Всем привет! Сейчас уже точно. Все настроил. Так, надеюсь, сегодня не провода, просто я его смотрел. Привет, Игорь Боль. Ну так зайди, расскажи про это. Про кентавров там. Ну что-то такое. Тоже же интересно. Так, тема, как Иисус познавал добро и зло. Может, и будет и такая тема. Так, сейчас ссылку. Повесшую над эфиром. Сейчас, минуточку. Так, если хотите, обновите страницу. И будет над эфиром ссылка. А кому надо? Тому можно в мессенджер выслать. Все. Ссылочка. А, надо еще в Телеграм, извиняюсь. Извиняюсь. Теперь все. Вот теперь все. Ждем людей, которые захотят подсоединиться. И будем эфирить. Я приглашал к разговору с готовыми темами или же предложить тему. Так, почему это я молчу? Не понял. Нет, нормально. Все нормально. Ника, напиши, нормально или нет, ну потому что я же не молчу. Я говорю. Так, подсоединяйтесь к Zoom. Вот иногда делаем Zoom. Иногда по причине того, что люди не очень-то подсоединяются. Я не понимаю, почему не хотят разговаривать. Какой-то страх прям или что? Или что это, я не пойму. Люди не хотят разговаривать. Стесняются, боятся. Смотрят эфир иногда до 30 человек. Ну так, чтобы подсоединилось много людей в Zoom. Не наблюдаю я. Thank you.
Хорошо слышно. О, все. Ну что, будем, значит, ждать, потому что, ну, действительно, сразу люди не приходят. Надо, чтобы Винос Конопасевичем почаще звал. Ну, что значит звать? Они что, не знают, что я вечером в эфир? Могут прийти. Неужели надо персонально приглашать? Вот мне интересно. Почему я все время персонально кого-то приглашаю? А могут просто так приходить, без приглашения. Он вчера какую хорошую тему мы развернули, я имею в виду, два брата, которые вообще никогда в эфир не подключались. Так хорошо рассказали о своей вере. Не, ну если никто не придет, то, конечно, мы тему для разговора найдем. У нас всегда есть несколько тем. Если бы я вышел в эфир, тогда бы, да, через телефон. А так вот, видите, Zoom специально делаю. Ссылка вверху висит. Телеграм скинул ссылку. Все, 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 все удобства. Все условия. Ну, просто, может, еще люди не подошли. Это да. Ну, Лена Богданова говорит, тема, как Иисус познавал добро и зло. Какие еще темы предлагаете? Предлагайте, а то я буду просто ждать людей. Может, у кого-то какие-то претензии есть, какая-то критика, какие-то вопросы, предложения. Многие даже были не согласны со мной, что Иисус познавал, что есть добро и зло. Пишет Лена Богдана. А что не согласны? Где эти не согласны? Братья и сестры, почему мы не выходим на тот уровень, когда можно встречаться с эфиром в эфирах и говорить? Почему люди стесняются?
за полотенце про Адама буду делать учение о туалетах, второй сезон. Так делай, Вячеслав Гурин, кто тебе не дает? Нам интересен Адам и Ева в раю. Как это было? Разные версии. Да? О, Гурин не стесняется. Так Гурина не интересует Адам и Ева в раю. За Иисусом, конечно, можно поговорить, как он возрастал. Все равно ты не пускаешь в эфир. Ну, слушай, Славик, тебя в эфир пускать, ссылка-то вверху висит. Но если ты будешь говорить за этого, почему Байден не дал или что-то дал или что-то не дал и так дальше, то кто с тобой разговаривать будет? Найди собеседника себе. Смотрите, тема и тема, а еще собеседника. Я не стесняюсь выходить в эфир, и просто мне на данный момент нечего сказать. Как это? Есть вопрос. Дух Святой – это личность, такая же, как Бог и Христос? Вот видите, сколько вопросов. Сколько вопросов. А сколько уже раз мы говорили на эти темы? Очень много раз. Что значит личность, видите? Одни вопросы. О, вот Игорь Бодин, ты таки решился подключиться в эфир. Самый смелый. Только он без видео почему-то. О! Здорово! Здорово, бандиты! Бандиты и вольнодумцы! Как ваше самочувствие? Хорошо. Как раз призываю людей в эфир поговорить. Бояться, да? Да, не знаю, что сказать. Ну, есть там вопросы, но не знаю, что сказать и так дальше и тому подобное. И вот так вот всегда. А я смотрю, ты один. Думаю, надо тебя навестить, пока тебя не атаковали опять люди с других планет, потому что я смотрю, у тебя постоянно сейчас галактические встречи. Тебе прилетают разные инопланетяне. Вы проводите там диспуты. Это великолепно, кстати, ты понимаешь? Великолепно. Знаешь, вчера был только один вопрос, Игорь. Женщины от змеи, почему красивые? Что за вкус, я не пойму. Ну, представь, от змеи вот эти морды, ну, ты представляешь, вот эти морды. Красивые, говорит же. Какие, что там красиво? Ну, морда. Морда ящерицы, представь, вот этот цирк, ну, я не пойму. Красота какая-то странная, извращенная. Ну, а так, ну чудо. Да. Ну, хорошо. Женщины, знаешь, любого зла полюбишь и козла. Ну да. А так, Игорян, я не хотел вчера в эфире писать все. У Агеева или Авдеева эта книга есть, она вот выпущена. Именно вот все, что рассказывает этот человек, прям по полкам, но гораздо интереснее. Там прям
с картинками, там, знаешь, со всеми тонкостями, с диалогами. Ну, подожди, Я Игорь. думаю... Подожди, Игорь. Он говорил за генетическое смешение человека с животным. Но мне помнится, что ты тоже что-то подобное говорил. Ну, не это, что, а что-то такое ты там увидел или в Библии, или где-то. Ну, это что-то же есть, что? Или нет, вообще ничего? Ну, ты видишь, Игорь, я это увидел только в 6 главе Бытия, ты понимаешь? Я увидел там ситуацию не с Эдемского сада. Я увидел, что в 6 главе Бытия написано, когда все люди размножались, написано, все люди, когда все люди размножались, начали рождаться, они тут сразу переключились. Сыны Божьи с этими людьми, ну, которые вот перед этим предложением, люди размножались, дочери у них рождались, просто люди. И тут ведется речь, обозначающая, вот рождались вот те, где люди размножались, дочери человеческие, и вот какие-то сыны Божьи. Я четко, конечно, задался вопросом сверхъестественного понимания, потому что, ну, косвенно я мог прочесть во многих манускриптах, что предполагается за версией. Думаю, мне самому надо увидеть. И я увидел картину в целом. Я увидел именно, что ангела, вот эти вот, это не с книги Еноха ни в коем случае. Никакие семьяза, никакие 200 ангелов стражей. Совершенно я увидел историю, просто группа ангелов позавидовав людям именно о семейственности, понял? Потому что у них нет семейственности, они ноги дружбанами могут быть. Семейственности нет. Они говорят, мы тоже хотим семью, продолжение рода. И вот они начали решать вопрос, как это сделать. И вот прибегли ко всяким колдовским методам, то есть как это сделать физически, если технологически еще ну, не все у них понятно. И вот они над этим длительный процесс времени размышляли и потом начали использовать просто проклятие земли, которое он умеет выращивать. А она им что-то начала помогать даже в этом плане. Проклятая земля начала помогать этим ангелам. Ангела перестали быть ангелами, когда лишились достоинства. И они стали теми же, в принципе, проклятыми, теми же падшими. По сути, то, ну, как и у земли, поражены одним проклятием. Та проклята, эти прокляты, но это по своей... по своим мотивам из-за Адама, потому что он часть этой земли, а те прокляты, потому что от неба отринули и захотели именно влезть вот в эту суть творчества. Слушай, Игорь, Славентий, привет. Да. Привет, Славентий. Слушай, Игорь, но ты пойми, тут же интересуют подробности. Хорошо, прокляты, хорошо, сброшенные на землю, хорошо, но откуда у них, ну, я сейчас грубо буду выражаться, член и семя, и чтобы они физически вступали в контакт с женщинами. Ну вот, вот это вот интересует. Объясню, Игорь. Я тебе скажу, я-то увидел, я тоже задавал этот вопрос, думаю, каким образом, знаешь. Дело в том, что осеменение как процесс не всегда происходил именно так, как мы это себе понимаем. Потому что они же экспериментировали, я же говорю, была опытность. Они брали с кого-то семя, понял? С кого-то. Так. Семя из человека. Брали человеком семя. Производили с этим семенем какие-то манипуляции. Потом делали подобное и начинали эксперименты. Просто как отличные ученые, группа лиц. И в какой-то момент у них получилось родить, вроде форма человек, понял? Но суть зверь. Ну, ничего. Ну, вот мы, то есть, понимаем с тобой, жены начали рождать людей. Людей по виду, не по сути. По сути зверей. По сути они начали рождать зверей. То есть, они не сами совокуплялись. Они делали генетические эксперименты над людьми, над животными, скрещивали все это. Да. Но они пошли дальше. Потом, ты понимаешь, ну, как бы член не проблема. Для колдуна член не проблема. Если он палку делает, понимаешь, змеей, ну, что там ему сделать тот член? Именно вот этот момент извращения вот этого, как это сделать, ну, я думаю, не проблема. Технически все это сделать не проблема. Вот.
Как сейчас куклы, ты видел? Ну, один в один, ну что ты, ну, то же самое, что женщина сейчас кукла, что мужчина. В принципе, тоже даже материал подходит, вот этот вот. Но и самое-то главное, им надо было принести семя в чрево женщины, и чтобы получился процесс вот этого вот расщепления, чтобы оно начало обжить. И вот добились как-то того, но это что я видел, это не то, что там, что это что я видел, что человек родился. Но я смотрю, знаешь, вот в духе, этот человек, ну, чтобы тебе понять, через месяц он был уже где-то, ну, метрового, понимаешь? Ну, кстати, а почему, именно рост? С чего, а что не ширина? Ну, что не в мозге, а именно рост? Ангельское создание, оно по себе имеет основными компонентами славу и силу. Ни любовь, ни милосердие, ничего. Доблесть, слава и сила. То есть вот эти компоненты, они вошли именно в структуру организма живого. Скажем так, что это пускай будет животное в человеческом облике. Кстати, у меня друзья такие есть. Животное. Облик человека, вроде Вася зовут, Иванов. Животное животным, только на инстинктах двигается. Кушайте, секс, спать, деньги дай, все, там ну, уже ничего. Да. И вот они, да, родились. И чтобы вот способность это, ты понимаешь, на тот момент и так гигантизм, в принципе, не был откинут. А тут еще развитие получило, ну, вот эта несказанная мышечная масса, представь, с такой закладкой сильные и славные. Без вот этих побочек, любовь, милосердие, все, именно рост, мышечный рост, костная сила, вот это все прочее. Вот эти все компоненты ангела сумели дать в достатке ну, и передать. Написано, смотри, написано такая фраза, брали себе в жены. Что они с ними делали? Им нужно было... Им нужна была вагина, им нужна была семья, они хотели продолжения рода. По сути, женщины им нравились по какому-то качеству, не то, что там нравились, знаешь, женщины, как женщины ангелам, нравились по качеству. Во-первых, им нравилось, что она помощница, ангелу помощница – это новость, понимаешь? А он подожди, думает, минуточку, минуточку, а ангелы же не бывают женщинами, да, я так понял? Нет, я ни одного не видел. Может, кто-то это знает. Я не видел ни в видениях, ни во снах, ни в предположениях, ни в откровениях. Я не они, видел. Они все мужчины, получается. По сути, у них качество сильные, славные. Зачем выпускать амазонок каких-то с теми же качествами? Только я понял, я понял. А почему мы определяем мужчину, что он мужчина, ну, по половому признаку? А ангела, как сказать, что он мужчина? Слушай, ты знаешь, я думаю, ангела этим вопросом не задаются, потому что вначале создал Бог небо, и там не было именно помощниц. Ну, не было. Не было. Они, само собой разумеющиеся, они все, ну, бабы. А когда увидели, говорят, а это что за новое? Кстати, минуточку, Игорь. Я хочу заметить, что Бог не создал Адама и Еву, а создал сначала Адама. И уже аж только после того, как Адам заскучал, так скажем, он создал Еву. То есть, ну, это что-то же должно значить, вот это вот, ну, последовательность это или нет? Ты совершенно правильно подметил, потому что когда ангела именно начали, ну, процесс, они, в принципе, и думают, надо взять генетический материал. Но они думают, ну так, у Адама из ребра, так, что-то в этом есть. И они начали именно отсюда, что, в принципе, сейчас они создадут. Часть у них есть утроба. Теперь надо только оплодотворить каким-то образом. А если она же является производным от чего-то целого, то они в ней нашли какие-то запчасти, понимаешь? И в остальном колдовство и проклятая земля помогла. Проклятие создало животное, потому что земля на тот момент уже создавала всяких червей, скалопендр и всяких вот этих вот. То есть там тоже родилось. Но знаешь, какое вот ошибочное мнение? Говорят, как человек родился. Я говорю, не совсем человек. Человек по виду, внутри животное, просто сильное, смелое, как боевой слон. Вот такое животное, боевой слон, он...
сильный смерть, только он в образе человека. Все. В образе человека. То есть ты хочешь сказать, что ангелы, когда сходили на землю, они не имели полового органа, поэтому не могли совокупляться с женщинами. Они находили какое-то звериное семя, делали с ним генетику. Ну, тут вообще непонятно. Ну, ладно, генетически... Олег, оно непонятно потому, что, понимаешь, когда ангел лишен достоинства и находится на земле, мы видим, что ангела, соприкасаясь с землей, вполне могут иметь человеческую сущность. Ну могут. Так у них, почему, так почему у них не могут быть половых органов, если так? Я не говорю, что нет. Я говорю, применение они не знают, ты понимаешь? Может, они и приняли вот падшую структуру. Когда ангел, духовное существо, все-таки во что-то оделся, проклятое на земле, нашел именно методы. Ну, кстати, нашел, да, методы. Вот, да. Оделся, вот это интересно. Да, оделся, какую-то где, нашел нежную материю. Где он взял? Я ж тебе говорю, ты вспомни вот этих колдунов-жрецов. Они нашли палку, простую палку, и змею сделали, ты понимаешь? Вот ангел сделал что-то подобное. Он именно сам вошел в какое-то, то ли палку, то ли дерево, то ли что, не знаю, во что он вошел. Игорь, может... а нельзя, например, вот скажи мне, может ли, ну, ангел это же, по сути, дух, правильно? Да. Например, может ли он, например, ангельский дух войти в человека и выгнать оттуда человеческий дух и занять вот это все тело? Проблема в том, что ангела этим не занимаются. Ангела, ну, где они тело взяли? Вот мне интересно. Где они, да, взяли? Тело, как бы, знаешь, я скажу, что, ну, я сейчас здесь всего этого объяснять не могу по тонкостям, это долго. Я видел структурный ряд их преобразования. Ты понимаешь, там и животные шли в ход. Там именно все шло в ход. Там шло в ход, и они себя одели. Первые образцы были ужасны. Первые образцы, в которые оделись ангелы, были очень странными. Это были какие-то странные, непонятно кто. Но потом они себя обтесывали, обглаживали, придавали форму, доделывали. И в конце концов очень сносно получилось, знаешь. Очень сносно у них быть получилось. Ну, я вот такой версии еще не слышал, честное слово. Я видел это, Игорь, я просто говорю... Я видел, как оно, но мне же надо понять, как они совокупились, и мне надо было понять. В смысле ты видел? Как это ты видел? Ну, я говорю, я фильмы смотрел. «Бытие», «Исход», «Левит», «Чистое второзаконие», я видел фильм. Я его видел, фильм. Ты просто не слышал мои свидетельства. Мне Бог показал, как все происходило. Диалоги Адама с Евой. Почему Ева ушла? Почему со змеем они поговорили? Почему вообще? И все это длилось от сотворения мира. В начале неба, я понял, что за небо. Я понял, подожди, что на небе. Я не понял. Тебе Бог показал видео, ну, так назовем, видео от сотворения мира. Это типа как Иоанна поместил в такую голограмму, где человек видит все. Моисеевская картина. Моисей. Да, я спорил. Сказал. Да, я спорил с Богом, что Моисей сказочник. И все. Я говорю, я не буду. Я принципиально, уже будучи верующим, говорю, я не буду читать вот эту вот, ну, непонятную историю. Вот, полубред. Слушайте, тут комментарии, тут Екатерина Щербак сильно возмущается. Щербак, короче, мне все равно. Да, она, ну, говорит, это... она ну, короче, гадости пишет. Нехорошая, да, Щербак меня пообещала посадить при первом возможном случае, как ваши зайдут. Она говорит, я сразу с мужем наколку дам, они к тебе домой придут. Я говорю, занимайтесь, только больше мы не общаемся. Я понял никто там ваш настрой. Не, да, мне как бы стал неинтересен этот человек и семья. Если они, я, ну, им говорю, они меня расстреляют. Они говорят, ну, значит, так надо. Я думаю, все, с этими людьми надо быть аккуратнее. Игорь, да ты не переживай по поводу Щербак. Они только говорят, ничего не делать не могут на самом деле. Никто тебя трогать не будет. Да я умру геройски, я вам обещаю, я умру геройски. Понятно? Вот так вот. Вот так вот. Игорь, даже не переживай. Это все. Игорь, смотри, какая тема интересная. Интересно в том, что мне Бог послал видение. Он меня остановил, я на закупку шел в реп-центре. Остановил напротив кладбища.
Я уставился в одну точку, 20 минут я простоял, видя какие-то картинки. И потом я полтора года раскручивал файл, который получил, понимаешь? Я вроде получил, но не то, что я все увидел. Я полтора года, момент за моментом, фрагмент за фрагментом раскручивал. И когда я получил и спускался, я думаю, что это было? Шиза, с ума сошел. Спускаешь дальше и в магазин, и я вижу, кстати, Моисей не написал о небе, о сотворении начал властей. Не написал. А я увидел, я этот кусок тоже выхватил, понял? Вот это небесное. Ну, слушай, Игорь, у тебя какая-то особая благодать. Вот так вот все увидеть, и так все запомнить, и все написать. Да я книгу писал по этому поводу. У меня спер фрагмент один писатель, не хочу его говорить. Я нашел, он, зараза, его плагиатом украл у меня кусок истории. Написал, денег поднял на этом, ты понимаешь? Потому что у меня же, Игорь, это я тебе так рассказываю, у меня все с диалогами. Все очень длинно, не коротко вот это вот. Ну, а где твои записи? Первая, вторая, третья? Нету таких? Эля, слушай, а ты не помнишь, что вот я тетради писал? Куда я ее дел? Тетради. Надо за аудиозаписи сделать. Да я в ноутбуке надиктовал, ноутбук гавкнулся, и я понял, посеял все это. Я думаю, лучше, что напишешь пером, не вырубишь топором. И мы писали. Я даже просил жену, говорю, слушай, давай я буду диктовать, ты будешь. Да. Ну, она не очень склонна к этому. Но мы как-нибудь это доведем до конца. Возьми прямо на диктофон, запиши аудио, кинь в церковь туда-сюда по телеграм-чатам. А что, пускай люди слушают. Так, братья, да, слышно меня или нет? Да, вас слышно, мужчина, очень слышно, видно. Да. Я чуть-чуть отлончусь потом, знаешь, сейчас еще у меня бетон осталось. Но это, когда я услышал разговор о этих ангелах, да, так Бодин Русло хорошо взял, и это в Библии пишет. Вы найдите, где ангелы, говорят, когда ангелы согрешили. Вы знаете этот момент, когда ангелы согрешили? Вот этот момент и есть до потопа. И там 2 Петра 2:4, или там, где есть написано Тартарос, же Бог не жалел этих ангелов и положил в Тартарос. Да? Так вот это и есть этот момент. Потом Юды 6 и 7, что ангелы ушли за другое тело, пишет. Это два места указывают на это. 6:5, что говорил Игорь Бодин, о этих ангелах. И там, сатана так подумал, что Адам, род Адамовый умирает. Я сделаю, как Гитлер, хотел арии там новые вывести. И подал такую мысль ангелам: давайте вы принимайте тело. А когда тело принимаешь, то там все есть. Игорь спрашивал, как у него там что-то. И семя. Все есть. Когда ангел принимает, он может и кушать все. А Авраам говорит, давай. Что принимает? Что принимает? Он принимает тело. От кого принимает? Он сам принимает. Ангела имеют такие качества, что ангел хочет сделаться как человек, как другой человек. Это без проблем. И они тогда рожали, но получилось вообще даже хуже рода Адамова. А почему ангелов этих назвали сыновьями Божьими? Потому что сыновья Божьи, считайте в Библии. Адам тоже назван сын Божий. Ангела тоже называются сыны Божьи. Где Адам назван сыном Божьим? Какой стих? Надо, я найду потом, если надо будет. Но есть 4-5 сортов сыновей. Самый высокий сын Божий. Это другая. Ой, Вирджиниус, это ты уже сейчас набросал информации, по которой по каждой надо разбираться. Ты сейчас набросал 4-5 сорта сыновей. Кончу работу. Ты так не делай, потому что так непонятно. Вот так бегом, 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 бегом,
неинтересно разговаривать. Не, вот смотри, я только показываю, что это место, 2 Петра, там читайте, что они согрешили, пишется. В Юде пишется, что они ушли за другое тело. И мы как раз находим этот момент до потопа. А Бог потом говорит, их род не будет больше нефилимы, не будет больше 120 лет. А это время потопа. Ной строил арку 120 лет. И это все вообще потоп был из-за них. Род Адамовый повстанет из гроба. А этот род уничтожен. Минуточку. Вот я, вот извини, Виргис, но если бы тут меня не было, то ты бы мог разговаривать сколько хочешь. А я никогда так не буду разговаривать. Ты бежишь. Ты бежишь, вытягивая из карманов все, что у тебя есть. А мы так разговаривать не будем, потому что есть вопросы. Почему это сыновьями Божьими названы падшие ангелы? С какой стати? Это библейский термин. Сын Божий. Это падшие ангелы, сыновья Божьи. Не падшие ангелы тоже сыновья, они все сыновья. Вообще, тогда еще не были падшие. Вообще, называется сыны. Так и в псалме пишется, в собрании богов там, это то же самое. То же самое, ангела, называемые сынами. Ну, ладно, ладно. Ну, и... Надо все это подробно это объяснить, а ты быстро бежишь. Только я хотел это подтвердить, что это библейская мысль, что они брали жен, от них эти большие нефилимы повстали, но они были уничтожены все потопом. Все? И все. А там после потопа, где там сыны там большие ходили, то это уже другое место. Это уже не нефилимы. Ну это вот тогда слушайте. Мутации разные гены. Ну подожди ты, уже после потопа пошел. Ну куда ты бежишь? Слушай, ты очень редко заходишь в эфиры, но когда у тебя осталось два ведра бетона... Два ведра бетона тебе надо кинуть штукатуркой на стенку. Ты решил за 5 минут выложить все то, что люди часами обсуждают. Как это можно вообще? Ну да, но я закончу. Если вы будете под, так под 10, там, может, подключусь. Но вот я хотел, чтобы эта мысль не убежала, что говорил Игорь Бодин, что так и есть. Они рептилоиды, там какие-то там басни, вообще не библейские. Ну, фантазии, насмотрелись. Ну, в общем, вчера мы слышали, что от рептилоида забеременела Ева, и пошли две ветки, до потопа пошли две ветки Сифа и Каина. Сегодня мы слышим, что нет, на самом деле от ангелов забеременели женщины гораздо позже. Позже, но это все-таки было. То есть, к чему, братья и сестры, я говорю? Ну, что не обошлось без вмешательства вот это вот, ну, только, то есть люди, которые не совсем от людей произошли. Вот тема-то какая. Если называются они нефилимы. Не ну подожди, ну ты говоришь, все до потопа они, все в потопе они умерли. Ну да. Тогда все, тема закрыта, зачем тогда? Вот, раз никто смотри, не пролез, дальше. От значит... этого часа и они называются ангела, падшие ангела. Потому что они опять со своих тел вышли, а эти... Как, потому что они были телами, как человек, они умерли в потопе, потонули. А ангела, это духи, они это тело взял, раз, выходят. И потом, говорит, эти духи, которые падшие стали, от этого момента, они есть помещены в Тартарос. А Тартарос есть атмосфера Земли. А потом это сериал идет дальше. Мы знаем, медиумы там, все, колдовство. Ну, это хорошо, хорошо. Этого... Хорошо. Игорь Бодин, скажи мне, хорошо, действительно, давай, Вирчиц, вот, ты уже наговорил, давай мы... Слушай, Игорь Бодин, действительно ли потопом все смылось, так сказать? Привет. Дело Привет. В том, что касаемо ангелов, так дело в том, что они, ребята, бессмертные.
бессмертные, они были помещены действительно в Тартар, заключены. А вот их производственное, вот эти вот, что животные в человеческой обличии, как их я называю, вот в них был дух. И дух не человеческий, и дух не животный. Дух был злой, просто злой дух. Мало того, что он, во-первых, сильный, славный, но по сути кровожадный, понимаешь? Ну, мне нужна победа и слава. Ради этого, если надо убить брата родного, убью, если это принесет победу и славу. Как сейчас некоторые самураи, знаешь, подрался ради того, чтобы выяснить, кто сильней, если убил, он сидит около могилы и грустит. Это хороший ты был, брат. Вот. Так я продолжу. Быстро, быстро. Да. И теперь появились духи злобы поднебесной. Духи злобы поднебесной. Духи злобы поднебесной имели ситуацию такую, что они сейчас есть. Они никогда не были на небе, они не могут попасть на небо, они именно поднебесная территория ими занята. И сейчас, если мы будем брать вот этих вот, допустим, великанов, да, которых мы находим потом уже, то эти великаны именно ведут соития с женами наших Симахама и Афета. Вот там остаток этой связи есть. Они приютили, и они тоже именно чуть по-другому. Ты их имен не найдешь, они даже не называются. Но ты найдешь историю, что внуки перестали общаться с Симом, Хамом, Сеофитом, а они больше не сообщаются. Вопрос, почему? Почему? А что ты, Авраам, не пошел проведать своего прапрадедушку Сима? Он живой, что ты его не проведал? Так, я сейчас не потерял мысль. Ты о чем говоришь сейчас? Жены. Они именно, вот не знаю точно, какую себе жену взял Сим. Не знаю, какая жена была у Фета. Но у Хама в семье был уже матриархат. Матриархат. Так. Проклято дитё ихнее было. И не то, что потому, что нельзя было проклять на тот момент Хама, потому что он благословен, а именно заслужено было проклятие и у Ханаана. Ну, жена, вот то, что рождалось потом от Ханаана, это рождалось с территории, они могут дать территорию бесам, ты понимаешь, и с ними сожительство. Да. Бесовские дети рожались. Да, ну то есть он человек, ну как знаешь, вот место дьяволу дать. Вот эти вот люди от Хама, они могли открыть свою дверь и сказать: заходите, будем дружить. Сейчас вот животные, видишь, свиней, бесы зашли, свиней, мы не хотим в этом сосуществовать, мы не можем. Дети Хама могли сосуществовать с духами злобы. Вполне могли сосуществовать. И опять же, колдовства там тоже было очень много, потому что на одной территории, ты помнишь, какой виноград там рождался? Везде да. Такой не рождался, а у них такой. Каким образом? Каким образом? Кстати, братья и сестры, обратите внимание, что это уже далеко после потопа, далеко. Действительно, пошли соглядатые, и действительно там жили большие люди. А мало того, что большие люди, а какие там были большие фрукты, какой там был большой виноград. Ну, а как вы объясните, что же это за земля такая? Действительно, да, Игорь? А там же прожили вот эти проклятые народы, которых Господь решил истребить. Ханаан, Игорек, одно слово. Ханаан, благословенная будет земля, заберете она вам, а сейчас пока там... Сейчас все она там культивируется что-то. Ну, проклятие есть проклятие. И там оно именно зрело, это было ядро. Ядро того времени. Слушай, там, наверное, колдовство было связано. Они, наверное, были научены падшими ангелами какой-то генетики. Сами мутировали веспалинов. И продукты мутировали тоже. Делали все эти эксперименты. Но это Анна Ванина специалист. Она что-то об этом говорила. Но сейчас что-то молчит. И Вячеслав Гурин руку поднимал, не знаю зачем. Ну, что-то хотел сказать, но не, ну, выключайте что-то камеры.
если вы хотите что-то сказать. Да ладно. Они росли как на дрожжах, Игорь. Дело в том, что вырастить плоть для них, ну, не составляло труда. Именно гормоны роста. Вот это все. У них все это было в полноте. В полноте. Славик, да. Я вижу, получил откровение прямо во время эфира по поводу... Не, я просто думаю. Все, я согласен. И Вирджиниус тоже, в принципе, правильно говорил. Не насчет видов детей, сколько это я не скажу, но то, что ангелы могут получать физические тела, да, это для них не проблема. Да? Вот это для просто... меня, это для меня новость. Ангел захотел. Много свидетельств, что реально колдуны могут это делать. И даже не понимаешь, Славичек, я имею в виду минуточку. Целый Бог-творец из праха земного создал тело человеческое. И ангелы, оказывается, так могут. Ну как-то странно чуть-чуть. Не, ну смотри, сатана был отдаленный архангел. Он был очень умный, очень способный, множество даров, а Божьи же дары не приложены, понимаешь? Откуда колдуны вообще берутся? Сатана украл помазание у Бога, силу у Бога, и он сейчас действует... Надо подумать, потому что создать и человеческое тело с разумом, со всеми структурами, и зайти туда и жить, ну это, знаешь, это тогда можно сейчас... целую армию сделать тел бездушных. Бездушные люди называются. И в них живут бесы. Зачем им искать кого-то, если они могут создать себе тело? Нет, смотри, не так немножко. По сути, это духи, но они имеют человеческую оболочку. Вот о чем речь. Тут говорится за физическое. И контакт. Физическую оболочку. Я же тебе говорю, физическую оболочку. Друзья, я вам уже еще скажу одну тайну. Одну тайну, я ее, в принципе, говорил, но давай. Смотрите. Значит, до того, как вообще что-то было, было создано небо. Вы согласны, что небо было первым, земля потом? И на небе уже были ангела. Вы согласны, что они были, земля еще была? Да, вначале Бог сотворил небо. И давай вспомним, кого мы там увидим. Мы там увидим Херувима. И мы увидим у него лицо человека, быка, льва и орла. Еще нету земли. Но мы увидим этого архангела. Мы его увидим. И потом земле дается приказ. Подожди, не перебивай. Не перебивай. Потом земле дается приказ. Произведи. И вот она производит зверей. По каким лекалам? Откуда земля знает, каких зверей, как производить? Должны чертежи быть. Бог сказал земле, произведи животных. И земля знала, как они выглядят. И она их производила. Но мы перед этим знаем, что именно херувимы имели уже облики. Имели облики. Земле не надо было заморачивать. Имели облики, конечно. Но вот это вот загадочка. Вот это действительно загадочка. Пришли три ангела к Аврааму. Что это? Давай, Анна Ванина, говори, ты не жди, потому что, ну скажи, я хочу сказать, а то ты... Да, я хочу сказать, слушайте, Бог сказал, и земля сделала. Без повеления Бога земля делала что-то. Ну, а Бог сказал, проклята земля за тебя, она тоже делала. Это было последствие, правильно? И он обозначил, в чем именно будет проявляться это последствие, что тернии и волчицы будут рождать. Вот это последствие грехопадения. Ни про каких существ из земли вообще не было никакого разговора. Я вот, наверное, прослушала, я позже подключилась. Вот мне, знаете, какой интересно у Игоря Бодина спросить момент. В какой момент Бог заключил ангелов в преисподнюю? Когда это произошло? И как они оттуда вышли? Кто откуда вышел? Ну, в какой момент были ангелы заключены? То есть до они были заключены буквально по суду потопа. Вот буквально по суду потопа они заключены в Тартаре. По суду потопа. Остальное все было погружено потоп. Ангела бессмертны, их потопом не утопишь. Пришел приговор, ангела заключены
места очень отдаленные. И я не знаю, их еще никто не выпускал ниоткуда. Подожди, а кто ж творит все это на земле? Бесы? А до этого? Ну, давай прочитаем, кто. Дракон есть и духи злобы поднебесной. Они есть. Духи злобы поднебесной, которые никогда не были на небе. Никогда. Я повторю 1000 раз. Духи злобы поднебесной никогда не были на небе. Откуда же они взялись? Послушайте, вот эти подробности нужны. Что это? Духи злобы поднебесной и падшие ангелы, это значит две разные сущности, получается? Совершенно разные. Есть ангела, которые произвели семейственность, вот как смогли. Рождаться у них стали люди в со звериной сутью. Да. Человек вроде, но со звериной сутью. Да. Дух у него был, но да. Дух был звериный и злой. Ты понимаешь? А-а-а. Вот этот дух, он бессмертен. Все. Его на небо никто не пустил. Никто его не пустил на небо. Братья и сестры, смотрите, концепция такая. Да, были падшие ангелы. Да, они упали с небес. Да, они в обличье человеческом с помощью разных манипуляций произвели физически в женах произвели плод. Родились люди от них, исполины. Родились люди, исполины. И это все продолжалось, пока не наступил потоп. Так вот эти люди, исполины, в них жили... Ну, не такие духи, как у нас. Ну, в смысле, это злобные духи. Злобные духи в этих исполинах были. Когда пришел потоп, этих ангелов падших, которые сделали вот такое с женщинами, Бог заключил в преисподнюю, в Тартар. А вот эти духи, которые родились исполинами в исполинских телах, вот они как раз вышли из этих исполинских тел. Потому что тела захлебнулись в потопе. И вот они как раз сейчас, бывшие люди, бывшие исполины сейчас находятся в атмосфере, они называются духи злобы поднебесной. Ну, вот так вот правильно, да, Игорь? Да. Как тебе кстати, такая... Почему они злые? Не от того, что они злые, а от того, что у них отсутствует милосердие, любовь. Просто из-за этого отсутствия. Они другими быть не могут. И потому Бог их не заключил нигде. Потому что, по сути, их вина косвенна. Ты понимаешь? Их вина, она косвенна. Один комментарий объясним. Потому что люди ставят лайки, Юрий улыбку. На то, что он вспомнил, в Библии написано, исполины были классные, издревле славные люди. Так, классные не написано, написано издревле славные люди. Так Игорь Бодин и говорил, что да, они были славные, смелые, но это не значит, что они не были злыми. Ну, объясню момент. Если рождался немножко калечный ребенок, или худой, или болезный, его без зазрения выкидывали со скалы. Ну зачем? Он не нужен. Похоже на 300 спартанцев. Там действительно избавлялись. Есть такая история, да? Да, есть вот. Такая. Я вам скажу, что сейчас есть, я же повторюсь, есть кодекс самурая. Там тоже он слабых не любит. Он говорит, это дефект, нам не нужен. И мы деремся ради драки. Ну убил, значит убил. Ну даже помогу его семье. Ну чисто базис сила и слава. И все, конечно, славные люди, да? Ну, это новое христианство. На самом деле, братья и сестры, то, что говорит Игорь Будин, это абсолютно новое в христианстве. Мы до сегодняшнего дня даже не задумывались, считали, что духи злобы поднебесные. Да, это падшие... не новое, Игорь. Подожди, это падшие ангелы. Это абсолютно не новое. Это уже... А сегодня Игорь Будин нас просветил, что духи злобы поднебесные – это не падшие ангелы, а это бывшие люди, исполины, которые остались без тел. В потопе они погибли. Вот они вышли из этих тел, и вот теперь по воздуху летают. Ну, в воздухе живут. А что ты говоришь, не новое? Я первый раз слышу, Аня. Я эту теорию слышала 10 лет, если не 15 назад. Это уже давно... А Библия это теория, Аня.
Это же из Библии взято. Это же из Библии взято. Ты говоришь теория. Какая из Библии взята? Что? Что исполины – это злые духи? Исполины – злые духи? Что ангелы, переспали с женщинами и родили исполинов? Ангелы переспали, так написано? Нет, да. Ангелы могут иметь материальное тело. А тебя это не вместится, Анюта, тебе это не вместится. Ты даже можешь возмутиться, но в тебя это просто не вместится, золотая. Но не вместится. Ну, не обессудь. Да, не злись. Да. Кстати, фильмов, кстати, куча на эту тему. Даже до мирских дошло. Анна Ванина немножко огорчилась за то, что ты сказал, не вместится. Ну, и не вместится, Игорь, но не она. Эфира, ну. Вышла из эфира. А она хотела что-то сказать. Вот да я ее не хочу обидеть. Я говорю просто, Ань, не злись. Она, я смотрю, начинает злиться, волноваться. Я говорю, ну оно не вместится. У тебя свое понимание вещей, свои устои. И сейчас, конечно, только злиться останется. Ну, а зачем? Ну, зачем злиться? Ну, Славик, не, я же не согласен. Славик, ты тоже веришь, что ангелы сошли с небес в человеческом облике, брали себе жен, рожали от них исполинов. Ну, жены рожали исполинов. Ты тоже такую теорию веришь? Это не теория, но это же факт. В Библии, если написано, значит, так и есть. То есть тоже. И эти исполины, ну вот ты дальше не задумывался, ну, что смотри, они... Почему они с женщины... Кстати, вот это Иезавели, что это такое? Это как проявление духа матриархата. Понимаешь? Контроль. То есть смотри, демоны хотели объединиться с человеком, занять его место на земле, понимаешь? Бог, они знают, что Бог любит человека, да? И чтобы максимум огорчить Бога, они внедрились в эту человеческую среду, понимаешь, да, суть? И чтобы господствовать во всех сферах человеческой жизни. Так они были как бы отдельно, а когда они уже соединились с человеком, вот тут уже другой расклад. Смотри, даже в этой, ну, мифу Древней Греции, там же были человеки, да, боги, и так называемые герои. Когда боги, они соединялись с человеками, и от них рождались дети. Подожди, ну ладно, ладно. Но оказывается, еще есть, я же тоже от Игоря Бодина слышал, что это генетические вот эти эксперименты, они же не только с людьми, но они проводились и с животными. Поэтому вот эта вся мифология про кентавров, русалок, может быть, снежного человека, она, ну, как бы, имеет под собой почву. Имеет? Кстати, почву. Да. Но это же тоже животные, Игорь. Если те в облике человека были животными, то, конечно же, ангела, ты понимаешь, вот правильно Вергилиус сказал, где написано, они гонялись за чужой плотью, понимаешь? То есть вот эти ангела, они, в принципе, ну, занимались извращением. У них же нет такого про любовь. Они просто эксперименты. Ну почему с конем не произвести эксперимент? У них же не было каких-то моральных устоев. И что-то получалось, понимаешь, в этом процессе, что я видел, как бы, знаешь, вот именно, как через тусклое то гадательное, вот эти странные животные. Я видел. И то есть мой мозг сразу говорил, а помнишь кентавров, а помнишь грифонов, а помнишь русалок? И я думаю, что-то такое, что-то подобное, что-то такое, да. А сегодня что? Что мешает сегодня проводить эксперименты всякие? Эти вот это хороший вопрос. Игорек, я тебе скажу. Скажи слово. Я думаю, ничего не мешает. Те страны, где верят, ну, в духовный мир, ну, ближе к духовному миру, там Латинская Америка, там Азия, там чаще проявление вот этого сверхъестественного. А у нас, где более материалистично, тут дьявол другую тактику выбрал, чтобы, ну, повальный атеизм, понимаешь, поклонение человеку, то есть другое проявление. Вот.
Я думаю чуть по-другому. Я думаю, что именно поменялся вообще-то полностью климат. Климат поменялся. И дело в том, что раньше очень выживаемость была серьезная. Просто выживаемость. При том климате просто выживаемость была очень сильная. И то есть сейчас не выживают. При этом климате есть какие-то процессы произошли химические, что человек обмельчал, стал гораздо слабее. И, кстати, интеллект и уровень колдовства тоже заметно упал. Потому что законодатели всего этого, они испарились, их нет. Одни заключены, вторые уже потоплены. И дело в том, что все равно мы видим буквально сразу, как в Вавилоне процветает колдовство, потом оно уходит в Египет, но уже не того сорта. Сейчас опять что-то делают, всегда же люди что-то делают. И мы знаем с вами, что и сейчас какие-то генно-модифицированные опыты проводятся. Не знаю, насколько успешно, но не так ярко, как в том мире. Представьте, сейчас образец не выдерживает давления, а раньше при том климате, при той незараженной атмосфере, это было сильное сердце, сильные легкие, то есть выдерживал какой-то эксперимент. Ну, я так это для себя понял. Не знаю, но обмельчало и колдовство, и материал, из которого делать. Разве нельзя объединить оккультизм, науку? Ладно, братья и сестры, давайте я коротко тем, кто подошел, объясню, о чем мы говорим. Значит, как-то не намеренно, но Игорь Бодин подключился в эфир и рассказал нам, что он видел, чуть-чуть того, что он видел и что он знает. О том, как ангелы Божьи, ангелы вообще, ангелы падшие, сошли с небес в человеческий облик, оделись, у них ума хватает, они же знают больше, чем людей. Они научили людей, они взяли людские гены, они взяли гены животных, они сами себе тело сформировали. В любом случае произошло какое-то совокупление, и женщины человеческие начали рождать детей, которые были большого роста, сильные, славные люди, и думали, что они будут жить долго. Такие же манипуляции проводились и над овощами, фруктами. Думаю, генетика — это без проблем, если уже над человеком можно. Но Бог это все абсолютно не одобрил и навел на землю потоп. Все вы это знаете. Что при потопе произошло? Оказывается, при потопе всех вот этих падших ангелов, которые сошли с небес и вот это такое сделали с женщинами, он заключил в преисподнюю, закрыл плотненько их. А вот эти духи, которые жили в исполинах, которых женщины родили, они, эти тела захлебнулись, какими бы большими они ни были, они вышли, эти духи из этих тел, и сегодня они называются духами злобы поднебесной. То есть духи злобы поднебесной — это не падшие ангелы, а это рожденные женщинами исполины, допотопные. А падшие ангелы сейчас находятся в преисподней под замком, и поэтому нет такого беспредела, как было, потому что они же все под замком находятся. Что дальше? Получается, церковь сражается с этими падшими духами злобы поднебесной. Тоже, конечно, тема. Чего они хотят вообще, эти падшие духи злобы поднебесной? Ну ладно, в общем, такая версия. У нее есть места писания в Библии. У нее есть места писания в Библии, поэтому мы и говорим. Поэтому Игорь Бодин и рассказывает. Плюс он видел видение, которое, если записать, не один час можно слушать. Коротко так. Коротко так. Смотри, ты говоришь, исполины, они сильные, большие, да? А что? Да, насчет климата, да, я согласен. Может быть, такая причина, что Игорь сказал. Но смотри, дьявол может же сделать ставку не на физическую силу, да?
А вот именно на внутреннюю функциональность. Я не знаю. Ну, например, Гитлер, да? Все удивляются, как может такая умная нация, продвинутая, покорилась и как роботы исполняли. Кричали, что Гитлер – это мессия, правильно? И он же притащил этот престол сатаны в Германию, да? И он очень сильно был связан с оккультизмом тоже, понимаешь? То есть может перестроиться дьявол. Ему не нужен рост и физическая сила сейчас. Ему нужно как владеть людьми, контролировать людей. Понимаешь? Ну, все, что хотел, Игорь Бодин рассказал. Если захочет, еще что-то расскажет. Но я вижу, он, наверное, тоже читает комментарии. Я могу сказать. Я могу какой-то момент чуть-чуть сказать, что в наше время не происходит по поводу... Да-да-да, я не знаю, читаешь ли ты, Игорь, комментарии. Не знаю, читаешь ли ты комментарии. Я не читаю, меня, я не вижу. Не вижу. А, слава богу, что ты не читаешь комментарии, потому что тебя считают, ну, так скажем, не совсем адекватным человеком. Нормальным. Неадекватным. Я рад этому, потому что я странненький. Я даже говорю спасибо. Я действительно странненький. Я вообще не с Земли. Так что, да, инопланетяне. Но все это надо говорить, потому что люди же ну, свое там что-то. Не все, Игорь. Я не говорю, что все тебя считают неадекватным. Просто есть такие комментарии. Ну, да все, куда ж без них? Ну, конечно. Да. Но ты рассказывай, я потому что вот вчера была тема, сейчас ты немножко добавил, тут явно есть что-то новое, а мы все это суммируем, конечно. Друзья мои, я вам не как развлекательную программу, я говорю, чтобы вы знали, а вы помолитесь и проверьте вообще, вру я или нет, а если я вру, докажите мне это Писанием. Вот да. Если вы мне этого не сможете доказать Писанием, значит, вы напрасно на меня думаете, друзья. О, Игорь, вряд ли из людей, активных в комментариях, кто-то посмеет зайти сюда в эфир и что-то тебе доказывать. Люди обычно, вот Катерина Щербак вряд ли зайдет и тебе будет что-то доказывать. Или, ну, короче, не будут доказывать, нет. Хотя могли бы. Ну, я понял. Могли бы, да. Но я думаю, что это будет просто, если даже зайдут, это будет просто нецелесообразный поток возмущения. Но к Библии там никто не прибегнет. Сейчас, один момент, пока я вам скажу, что сейчас происходит с духами злобы поднебесной, где их можно обнаружить. Внимательно, братья и сестры, внимательно слушаем. Да. Кто из вас вообще навещал дурдом, кто-нибудь, если из вас его навещал, вы там увидите людей, которые на глазах у вас поменяются даже с цветом радужной оболочки. С вами будет говорить человек буквально через минуту в силу каких-то обстоятельств. У него глаза из синих превратятся в черные, прямо вот так вот, ты будешь на него смотреть. Изменится оскал лица, даже заострится. И он начинает, ну, вести себя вообще животное, просто животное. Я там был, в наблюдательной палате, 3 месяца. Будучи неверующим, проводил эксперименты свои следственные, сравнительные анализы. Удивлялся, как диагнозы похожи друг на друга. Шизофрении, кстати, 365 видов, как дней в аду. Так что не расслабляйтесь. И смотрите, какой момент еще. У врачей, они первый вопрос, который зададут, допустим, человека, которого привезут в дурдом. У вас кто-нибудь из родственников, ну, болел шизофренией? Одержимый был? И если ты, у тебя есть утверждение, что да, там дедушка, бабушка, тебе сразу 50%, что ты действительно, ну, в этом заведении не случайный гость. Потому что это называется наследственная шизофрения. И она есть, она записана, она анализируется, прослеживается и доказывается. Есть шизофрения приобретенная. Это когда, допустим, врач, ему нельзя больше 5 лет работать шизофреником, потому что у него диагноз, он тоже начинает быть шизофреником. Передается это все, принимается. А в чем проблема? В том, что человек дает место этому бесу, а бес духи злобы поднебесной, он жил в теле, он любит жить в теле, он без тела. Ангелам 300 лет это не надо. А вот тот, кто жил в теле, тот, кто знает, что такое махать рукой, ему надо тело, он всегда в борении за это.
И, конечно, человек, ну, не подпускает себе, даже неверующий, чужую сущность. Он ей противоборствует. Но есть люди, которые странным образом сами в это лезут, колдуют, какими-то занимаются вот этими непотребствами. И они просто приглашают свою жизнь. Вот они в полноте не только отдали место дьяволу и говорят, ну да, я тебе уступаю, и глаза, и уши. И все. И когда это происходит, ну, вот эта сущность, будучи сильнее, она уже берет под полный контроль человека. И сейчас знаете, в чем опасность? Что врачам, психиатрам и психологам раньше не разрешалось, а сейчас в методичке написано, попытайтесь подружить клиента с его гостем. Вы понимаете, какая это проблема? Раньше это лечили, а сейчас врач-психиатр говорит, ну, тебе приходит там раздвоение, расстроение, ты подружись с ним. Представляете? И вот это новый вид лечения. Подружись с тем, ну, кем ты одержим. И вот теперь вот так лечат. Это очень странно и удивительно. Вот так да. Вот, братья и сестры. Вот что происходит. Хотите убедитесь в духах злобы поднебесной, идите в психбольницу и посмотрите. Не, ну то, что ищут, то, что спрашивают, были у вас родственники, так это правда. Действительно, но получается прям какая-то страшная картина. Страшная картина. Ну, хорошо, Игорь. Верующий человек, который принял Иисуса Христа, он защищен от этих гостей так званых, незваных гостей. Игорек, давай, знаешь, не отвечать на вопрос, а просто вспомним, что знаем мы все. Помнишь такое служение, освобождение, исцеление? Верующие люди, помнишь? А зачем они туда приходят, помнишь? Изгоните из меня, и падают, кого-то с них гонят там. И я вот этого не понимаю, ты понимаешь? Но верующий человек, ему говорят, тебе надо освободиться, и он идет, и эти служения, они настолько популярны, они так ярко, красочно описываются. И там Божьи генералы принимают в этом участие, и они изгоняют из рожденных новых творений бесов, и что-то в этом становится мне непонятным. Я, допустим, по себе свидетельствую, ко мне никакая мразь не зайдет. Я территорию свою вполне охраняю с Божьей помощью. Поэтому я не знаю. Вот это тоже надо, чтобы ты рассказал. Слушайте, я хочу сказать, вот тут Валера Бондарь пишет, что среди верующих много шизофреников. Я, минуточку, технический вопрос. Валера Бондарь, послушай, это Zoom. Если ты хочешь сюда зайти, вверху есть ссылка. Ты нажимаешь на эту синюю ссылку, у тебя устанавливается программка, быстренько ты там пишешь Валера Бондарь, и мы иногда делаем зум, и сюда можно заходить вот так. Это не эфир с телефона. Видишь, тут уже больше 5 человек у нас. А, 5 человек. Поэтому попробуй зайти еще через зум. Просто попробуй, поэкспериментируй на будущее. Кстати, так, можно сказать, да? Что... С Воксом надо поздороваться. Вокса, привет. Привет, Вован, привет. Здорово, браты. В Библии ж написано, что в послании к Коринфянам, там, к римлянам, что верующие, это же к церквам послание, они познали Бога и творили такие вещи, через которые, да, демоны могут войти в человека. Например, через блуд. Если христианин в блуде, то почему нет? Легко может войти. Когда-то у нас парень из Турции был, ну и есть церковь Победа, у него было очень много блуда. Очень, не просто много, очень много. Чуть ли ну, на сотни там исчислялось. И, короче, когда пастор там, он уже был рожден свыше, покаялся, но демоны оставались с ним, пока пастор не выгнал, пока не освободил окончательно. То есть сам он не мог сразу избавиться. Хорошо, у меня вопрос. Слышно меня, да? Раз, два, три. Да, слышно. Если демоны, которые входят в человека,
меняют даже остроту, это глаза черные, там, проявления дикие, то если в меня вошел сам Дух Святой в полноте божественной, это как-то может на мне отразиться, вот на моих глазах, там, волосах? Да, лицо его было как лицо ангела, это да. Кстати, у тебя бывает такое, лицо его было как лицо ангела. У меня бывает такое, да? Бывает такое, да. Спасибо. Ты комплимент мне прямо. Подожди, Вовка. Подает такой бывает. Факелы для того, что реального ангела. Ангелы-то разные бывают, не забывай, Вовка. Не радуйся. Ну, короче, вот Дух Святой проявляется. Можно так пойти, так по улице идут святые. И ты так... Посмотри мне в глаза. О, свой. Ну, должно же как-то проявляться, правильно? Я думаю, да. Вот у человека, который вот именно, знаешь, вот погружен в Бога, вот такая бывает сверхъестественная благодать, когда ты прям помолившись, вот что-то в жизни произошло, и ты прям выходишь и светишься, и тебе со стороны говорят, что ты так сияешь, что с тобой случилось? А ты идешь и не можешь объяснить, говоришь, что ты, да нормально все. А вот это... люди смотрят. Ага. У меня вот это подозрение... Одержимые люди, они не, у них чувство юмора отсутствует, они не умеют просто так смеяться. У них куда-то девается возможность радоваться. Они какие-то такие сильные. Да, в дурдоме не шутят. В дурдоме я не видел ни одного, чтобы он анекдоты рассказывал, смеялся. Нет, такого действительно не бывает. А видишь, а святые, вот как я, реально можно. Вот я святой, да, я шучу и радуюсь. Подожди, но зато одержимые злорадствуют. Ставят хохотики, смайлики, там, ну, ядвят, издеваются. Вот это бесовская прелесть. Я тоже так умею. Так это как? Не, ну, смайлики я не ставлю. Но, ну, что ты уже это, выдаешь все тайны. Слушай, давай посмотрим, как святых определить. То бесов полно разных. Там, а вот как святого поймать? Святые здесь не ходят. Не, я просто читал, кто у нас об этом пишет много. Православие пишет, католики много, о святых. И у них они там прям вот ярко выражены бывают прям. У них этот, он такой, за сколько они там на столбе стоят, там что-то там. Ну, бываю столбик. Да, нет, я говорю о том, что проявление прям свет идет от лица. Вот они же там много таких историй. А я тоже спрашивал, у меня православные полно, у меня родители что-то ударились там когда-то давно и до сих пор. Я говорю, ну вы же эпоха такая прошла, вы уже такие канонические, покажите мне живого святого, вы же должны быть сегодня, а не ископаемые те, которые лежат там в гробах, вот это. Вот. А где вы же должно передаться, вот живые святые, где они? А их нету. Вот когда ты сдохнешь, вот мы тебя освятим, и ты будешь святой, и будешь мироточить, если ты будешь достойный, понимаешь? Не, я вам могу посвидетельствовать, мы ездили в каком году, в 89-м году я пришел с дисбата, и меня мама решила, ну, потому что она видит, и сердце у меня стало каменное, она говорит, поехали в монастырь, Игорек, тебе надо, что-то ты вообще стал черствым. Я туда поехали, думаю, маму я люблю, блажить ее, и мы поехали в Рязани, мы как раз были, и у нас там какой-то монастырь какой-то. И вот мы туда зашли, там ее заставили одеть какую-то косынку, какую-то юбку, что-то еще. Меня, слава богу, ничего не заставили. Мы туда зашли, и я смотрю, идет какой-то тип. И я понимаю, что, слушай, он как не от мира сего. Он правда, или вот это вот, понял? Глаза яркие, чистые, лицо румяное. Идет куда-то, смотрит вдаль. И идет, как будто не идет, а плывет. И ног под собой ничего. Я думаю... Ну, вон они что какие тут, кайфуют здесь. Я еще глянул, кайфуют. Слушай, Игорь, может он заднеприводный после акта посещения? Я не знаю. Не. Они именно, ты понимаешь, они вот именно в этом вере, вот в это пребывая, я с тех пор перестал злословить православных, потому что вижу, что-то они находят такое, что они... Ну, не подлецы. Вот есть чистота, ее видно, что идет он, человек простой, чистый и не соврет.
Я с ним еще не поздоровался ни разу. Они а уже знаю. Стреляют с пушек и гранатометов реально попадают. Есть такие, конечно, есть. Такие. И да. Большинство таких есть. Конечно, большинство. Вот. Но и я говорю, есть... Там, зарплата в них от внутренних органов хорошая. Не знаю. Я реально думаю, что есть люди вот именно Богом поцелованные. Вот действительно, как говорят... А каким, смотрю, как, прямо... каким образом вы перешли на православие? Я не понял. Это Вокса говорит о святых. Где? Ладно, бесы. По ней глаза видно. Я говорю, а он говорит, а как ангела? Я говорю, ну вот лицо твое воссияло, как у ангела. Бывает такое в твоей жизни. Ну подождите, а как определить святого человека... который христианин, вот Славик Гурин, он святой, можно сказать, святой, не святой? Как вот да, это бывает, и Славик Гурин святым раз в месяц, и мы, может быть, увидим его свет. Ему соседи иногда говорят: Слава, что с твоим лицом? Слава сияет иногда, да. Мы иногда, знаешь, сестры, помнишь, на Славика смотрят: слушай, Славику можно, я смотрел вот второй раз сестры, и реакция сестер, слушай, он прям глянь, этот человек не может вообще быть плохим. Как-то они это заметили. А почему Библия уверовавших в Иисуса Христа называет святыми? Отделенные ребята какие-то, видишь? Ну, так получается. Это не значит, что люди уже созревшие, там полностью сформированные, они просто отделенные от Бога. Ну, вот представь себе, если Бог возьмет, например, что-нибудь, и отделит для себя. Вот оно было не святым, да, обломок какого-то, какой-то тарелки, обломок. И скажет, вот это мое. Так оно уже святое, хотя оно обломок тарелки. Может же такое быть? Потому что святость некоторые понимают как внутреннюю чистоту, полное посвящение и так дальше. Но ведь у Бога немножечко получается неправильно. Он вчера, человек был наркоманом, сегодня принял Иисуса Христа. Он еще, мозги у него не обновились, у него еще душа раненая, а он уже святой для Бога. Его, то есть это мое. Он говорит, это мое, это святое. А понятно. Как нам воспринимать эту святость? А в православии нет. В православии там человек святой, когда он прожил какую-то жизнь очень чистую. Понимаешь? Там уже, наверное, после смерти определяется, он не святой или нет. Не начало определяет, а конец. Точнее, уже когда завершил. И, в принципе, в этом есть смысл тоже. Да, просто я знаю, что у верующих не всегда, то есть не сразу наступает внешняя и внутренняя чистота, потому что откуда? Им надо обновление разума, обновление исцеления чувств. Но уже он считается святым. Вот как интересно. Уже считается святым. Ну, а смотри, Игорь, верующие же отпадают от Бога, правильно? Ну, я сейчас не об этом. Я говорю, что уже считается святым, потому что он принял Иисуса Христа. А ему еще расти и расти. Он остается святым, когда отпадает от Бога. Да отпадают, но это другая тема. Причем тут это одно к другому? Так, да, мы как бы, что мы не можем видеть так, как Бог человека. Ну, мы не можем так видеть, как Бог. Ну, хотя истории я читал вот эти. Знаешь же, почему православные там вот начали руки целовать? Это ж не было введено в правила. Это было побуждение паствы, когда они видели... в своем батюшке святого, они говорили, можно хоть перст твой облобызать. И вот он, не хотя, протягивали руку. А потом это вошло в само собой какую-то странную традицию. Хотя они видели некоторые, что это говорит, святой человек. Святой человек. И вот действительно такое отношение было. Павла, я думаю, называли при жизни святым. Вот прямо люди, наверное, называли. Думаю, да. Слушай, Игорь, давай вернемся к духам славы Поднебесной. Потому что у Славика с этим получается неразбериха. Можно я, Игорь, скажу кое-что? Да. Самые напичканные бесами люди – это религиозные люди. Да, но вот сейчас мы и посмотрим, религиозный ты или нет. Потому что сейчас получается,
по версии Игоря Бодина, вот эти злые духи злобы Поднебесной, они хотят, они больше всего хотят снова войти в тело. Вот. А ты говорил, Славик, что они занимают атмосферу, влияют на целые страны, города, и с ними надо сражаться каким-то образом. А это всего-навсего духи из исполинов бывшие. Они небольшие духи, ну что, это он не может накрыть территорию. Это бесы, которых могут поместиться в человеке легион. Естественно, через людей. Не напрямую. А с кем сражаться надо? С кем сражаться? Они прежде всего атакуют разум и сердце. Кого? Руководителей, царей. Помнишь, дьявол, что сказал Иисусу? Кого хочу, того ставлю. Правильно? Иисус все это отнял. И дал церкви возможность молиться за власти и предотвращать вот это беззаконие, которое дьявол пытается просрать. Ну, законы по ЛГБТ там, ну, что земля принадлежит олигархам. Это же все дьявол. А ты говорил, что надо духов злобы поднебесных гонять. Да, вот это и есть те духи, они работают через начальство и власти. Если начальство и власти не знают Бога, если церковь их не промаливает. Думайте, когда идете на выборы, ты хотел сказать. Ну, правильно. Но, конечно, это, смотри. Церковь, во-первых, работает с народом. Понимаешь? Иисус сказал, вы смерть, свет для мира и соль для мира. То есть, когда церковь влияет на общество, то власти, хотят или не хотят, они всегда подчиняются. Для чего же эти рейтинги? Они все время смотрят, изучают. Понимаешь? Пытаются купить народ, всякие популярные вещи предлагают. Это все духовный мир. Понимаешь? И вот церковь, она должна разоблачить и через поклонение Богу. Помнишь, что дьявол сказал? Если поклонишься мне, то все дам тебе. Понимаешь? Если церковь поклоняется Богу, то вот... Да он бы обманул, ничего вот никому не дал. Не дал бы тебе ничего. Что ты веришь, с кем ты разговариваешь? Ты такие заявляешь. Вот он дал бы тебе что-нибудь. Дьявол? Конечно. Очень много, кто ему поклоняется напрямую. Ой, слушай, Славик, действительно написано, что все, что он говорит, ложь. О чем? Он говорит, мне принадлежит там то-то, то-то. А в Библии написано, что он врет. Что все, что он говорит, ложь. Ничего ему не принадлежит. Понимаешь, как... Апостолы, Иисус тоже говорит, что ему ничего, что он отец лжи. И все, что так и написано, все, что он говорит, это ложь. То есть он говорит, поклонись мне, и все это дам тебе. А Иисус знает, что он врет. На тот момент дьявол не врал, потому что Адам же передал власть дьяволу. Врал. А вдруг врет? Славик, а вдруг врет? Нет. Все, что он имел ворованное, это не его. Он не может, он ворованное имеет. Нет, то, что ты ему отдал. Вот я приду, Славик, к тебе и скажу, отдай мне что-нибудь, а ты мне отдашь. Так, подожди, как произошло с самого начала? Дьявол легально обмана забрал власть у человека и начал контролировать его. Через гордость, через похоть, плоть и похоть людей, через гордость житейскую. Дьявол стал контролировать людей. Иисус, он избавил, искупил от грехов, дал возможность быть независимыми от жадности, корости, вот это сребролюбие, вот это похоть плоти, похоть очей. Вот это жадность, деньгам, в том числе гордость, и дал власть церкви, чтобы церковь восстановила Царство Божие на земле. Бокса, у тебя синий экран какой-то, ты посинел весь как этот. Как какой-то... А что со мной? Это святость включается. Я сейчас подберу цвет.
Смотрите, смотрите, в Библии написано, прежде всего совершайте молитвы за начальство власти, чтобы вести жизнь тихую, безмятежную, то есть без демонического воздействия, другими словами. О, я прочитаю комментарий Екатерины Щербак, она пишет, как всегда, любой эфир Куца ни о чем. Катя, я тебя прошу, наберись сейчас смелости, зайди в эфир и расскажи свою теорию, которую ты писала в комментариях, о том, что после смерти дух человека уходит к Богу, а душа находится возле тела, ну, то есть на кладбище. Расскажи, что вот эта история, там, где мертвые с косами стоят, это как раз твоя версия. И мы все прекрасно послушаем. Оказывается, Екатерина Щербак, которой муж служитель пятидесятнического движения в церкви, верит в то, что дух после смерти уходит к Богу, прямо к Богу, вот туда. Игорь, ты знаешь куда. А душа находится возле тела. То есть, если вы пойдете на кладбище, там возле каждой могилки будет светиться душа. И вот она там находится, ждет воскресения тела. Поэтому принесите конфетки, там, печенька и все такое. Это версия Екатерины Щербак. Она такая умная-умная там в комментариях сидит. Но такую фигню бывает сморозит, что просто уже лапша уже спадает, понимаешь, течет. А печеньки какие лучше? Какие? Овсяные или какие? Печеньки. Печеньки. И это какие? Еще только цветочки. Поэтому, Катя, ты зайди, расскажи, во что ты веришь. А мы посмотрим. А мы посмотрим и послушаем. И будьте благодарны, когда люди приходят в эфир и рассказывают про свою веру. Да, они так верят. Да, они увидели в Библии. И так дальше, и тому подобное. А вы с секунды сидите там и еще что-то там рот свой открываете на то, что люди тут говорят. Давайте чуть-чуть с уважением. Немножко с уважением. Чуть придурками называете, дураками. Не надо этого делать. Не, если у вас, конечно, не хватает ни воспитания, ни мозгов, то ведите себя, конечно, как дерьмо какое-то. Ну, такое будет и отношение, просто я не буду обращать внимания. Буду беседовать с тем, с кем можно беседовать. Не, ну мне понравилось, как Игорь говорит, ну здесь люди реально святые, ходят, светятся. А у нас в группе что-то нету таких. Осветимся мы все. Вот христиан, ну, больше всего волнует, что бес он внутри или снаружи контролирует. А что это, большая разница? Честно говоря, сейчас меня это не интересует. Внутри, нет, подожди. Вопрос в контроле. Если бес контролирует, то человек делает то, что хочет этот нечистый дух. Хотя он рожден свыше, в нем живет святой дух. Меня интересует, какой бес контролирует Екатерину Щербак. Вот это вот интересно. Какие бесы контролируют верующих? Почему они ведут себя таким образом, как будто, понимаешь, как будто бы у них внутри действительно живут бесы. Почему они вот так вот у них? Вот это интересно. Где что-то Дух Святой, где что-то Христос, где же те плоды? Почему они себя так ведут? Почему грызутся деноминации друг с другом? Почему плюются друг на друга? Вот что интересно. Почему? Слушай, Игорь, а если... Игорь, помнишь, вот начало беседы, есть ли какие-то бесы, ну, как говорить, сыны Божьи, ну, по идее, если так случить, если сыны Божьи брали дочерей человеческих, они были должны бы богами рождаться, ну, дети, а не какими-то придурками, правильно? Ну, хорошее должно быть. А если, ну, типа, это плохие, то плохое рождается, какие-то, ну, такие. А вот от Бога, вот если божественный сын, да, вот реально божественный сын, и взял дочь человеческую, ну, должно что-то хорошее получиться. Сейчас объясню. Сейчас объясню. Внешне, да. Смотрите. Сейчас, тихо, Вячеслав, помолчи. Сейчас смотрите, вот что написано, смотрите.
когда люди, смотрите, внимательно читаем шестую главу, когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, когда все люди начали, вот смотрите, все люди начали умножаться, все, Каина, Сифа, чьи угодно, все люди на земле начали умножаться и родились у них дочери, секунду, что потом с этими дочерями начало быть, читаем. Тогда какие-то сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и начали, потеряв достоинство, брать их себе в жены, какую кто избрал. Все Божье на них, вот именно возложенное служение, достойное, они сказали: до свидания, до свидания. Раз ты нам этого не дал, то теперь до свидания. Теперь мы сами себе найдем семью, не надо нам благословения. И вот в тот момент они просто перестали быть сынами Божьими, а стали проклятыми. Назад вернемся. Сыны умножались. А как люди они умножались? Подожди, они умножались, через женщин же умножались, я так понимаю. Значит, да, люди. Что у них были дочери в то время? Они стали взрослые и получались дочери. А что за тогда акцент? У них были вот эти дочери человеческие. Это что-то другие, может, какие-то существа? Потому что и до того были дочери. А тут вот эти женщины. Как там ты? Прочитай. Когда люди начали умножаться на земле. Может, они умножались как-то без женщин, ты понимаешь? А потом, читай, появились дочери вдруг. Дело не в этом. Смотри, тут какой акцент. Как если это? Мы прочтем все они комментарии. Умножались раз, и в 4 раза больше стало. А тут у них вдруг появились дочери. А нет, дочери и были. Просто были? Через некоторое время ангелы обратили внимание. Народу-то стало больше. Умножались, а ты понимаешь, это не рожали детей, они умножались, понимаешь? Это как это математика. Через рождение же умножались. Это математика. Умножение. А как они могли умножиться? Я не знаю. А вот почитай дальше. И появились у них дочери. Да? И родились у них дочери. Они умножались. И вдруг родились у них дочери. Хорошая версия. Только смотри, какой момент. Именно есть процесс видимого умножения, когда, допустим, математическая прогрессия. Давай брать. 2, 4, 8, 16, 32. Еще незаметно. А когда, слушай, 1000, 2004, 8, 16, 1000. Тогда и почему-то дочерей перекос. Дочерей начало больше рождаться, понимаешь? И начали рождаться дочери. Прямо, а где сын? Ты сына родила? Дочь. Да как ожидали, когда сын будет? Наверное, сейчас сын. Дочь. Опять дочь. Что-то тупик, произошло. Тупик. Дочерей стало гораздо больше, ты понимаешь? Угу. И стали рождаться дочери. То есть не сыновья и дочери, а дочери. Дочь. Что-то вот именно в балансе немножечко стало происходить. Я не знаю. Версия. Мне не нравится такая версия. Ответить Лилии Сидоровой, что она пишет, что в комментариях я назвал людей дерьмо, а в эфире если явное лжеучение, говорит Бондар или Богданова, то это приветствуется. Лилия Сидорова, когда Екатерина Щербак пишет на Игоря Бодина дурак, то такое вот я называю дерьмом, чтоб ты понял. Когда другой пишет какой-то нормальный комментарий, то слава Богу. Но если вы будете вот так вот себя вести в комментариях, то это дерьмовенько. Обзывать людей, которые пришли, обзывать. Не высказывать свое мнение или другую версию, или какие-то местописания, а обзывать людей, которые приходят в эфир и делятся тем, во что они верят. Понимаете, вот это я называю дерьмом. Поэтому давайте не обобщать. Лилия Сидорова, ты всегда все обобщаешь в худшую сторону. Обобщать не надо. Я говорю конкретно за конкретные вещи, а не все люди в комментариях. Когда я такое говорил, все люди в комментариях? Ты что, хочешь меня
Ты что, хочешь сейчас оболгать меня? Хочешь сделать меня плохим человеком? Ты что, зачем ты берешь, говоришь то, чего я не говорил? Я что, всех людей в комментариях назвал дерьмом? Все, заканчиваем, заканчиваем. Не, ну зачем это делать? Обобщать. Ну, не зачем надо это делать? Для Лесинова. Это женщина, какой-то это сплошной негатив. Ну прости женщину, она красивая. Все. А все. Ну и что, что она красивая? Я не ангел, чтобы обращать внимание на ее красоту. Я обращаю внимание, что она берет, обобщает, врет, как будто бы я действительно так говорю. Ну, Игорь, ну, если ты не ангел и не обращаешь внимания на женщину, ты же человек еще пока. Я вообще не понимаю. Ладно, не Игорь, надо, я... не надо нет. говорить, что я назвал людей, которые пишут комментарии, все дерьмом. Не-не-не, Игорь, мы тебя прощаем. Это, Игорь Бодин, у меня еще что-то вот такой сверлит вопрос один. Вот волшебный вопрос. Помнишь, когда осел заговорил человеческим голосом? Да. И он же о себе сам сказал, я тебе служу. Как бы осел разговаривал о себе, как от имени осла, не от имени Бога. Вот что это было? Знаете, вот как бы есть понимание такое, что ассоциация зверя, она как бы, ну, не может передать его самосознание. То есть, ну, зверь не может понимать, что он осел, ишак или еще кто-то. Но есть такое понимание вещей. Я просто, честно говоря, о зверях просто думаю, ну, гораздо лучше. Я думаю, у них есть проблески осознания, и зверь не только по запаху понимает, что это не его порода, не его природа, и есть у него огорчаться способность. Он огорчается. У меня собака, я ее, ну, не за что-то тресну, все обиделась, зараза. Думаю, что ты обижаешься, ее тогда пока не погладишь, пока конфету не дашь. А слушай, ты обижаешься ты, еще. Да. Помнишь сказка про кота в сапогах? Тоже там была история, человеку достался кот, а он с ним не разговаривал. Но когда он захотел кота этого куда-то деть, кот вдруг заговорил, слушай, я тебе там, подожди, потерпи меня, я тебе устрою жизнь и помогу тебе. Я думаю, осел любил этого пророка, на нем катался не один раз и кормил его вкусняшками, потому что бабки у него были. И осел как бы, он сказал, что я тебе много служу. И вот когда осел сильно любит, он может заговорить. Я больше скажу, я вообще сейчас даже какие-то библейские вещи дам повод. Наш Щербак немножечко еще насытится информацией, потому что она бедненькая, ну, чем наполнена, то и льет, понимаешь? Я бы хотел вот это вот ее, ну, нечистоты ее немножко разбавить еще одним таким вот фактором, порошком. Смотрите, в чем дело, что змей, который заговорил, да? Зверь полевой, я вам скажу, этот змей полевой, предайте меня анафеме, но он ревновал Адама к Еве. Вот о! Хотите, верьте, хотите, нет. Змей ревновал Адама к Еве, потому что до Евы они дружили, играли на лужку, имели какие-то положения. Зверушки очень любят людское внимание. Появляется Ева, и Адам забывает всех зверей. И, конечно, змей огорчился, сказал, да, предатель. Поменял. И на Еву они как бы, ну, многие звери... Игорь Бодин, ты сейчас говоришь, что у змея были чувства, и даже такое чувство, как ревность, и обычный зверь, змей, ну, ты когда говоришь змей, ты имеешь, кого в виду ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду тот змей, змея? Который был мудрее всех. Смотри, мы же о чем говорим? О том, кто, о том, кому Адам может сказать, ты змей, и он понял. Он же его называет. Общение есть. Так это говорит... присутствие интеллекта какого-то у того змея? А представь, подожди, ладно. А еще одна ремарка. Помнишь Иона? И там Иона, Бог говорит червяку, эй, подточи это дерево. И червяк такой, да, раз, подточил. И киту повелел проглотить Иону, да? Вот как-то звери нормально общаются с Богом. А у нас какой-то такой, вот, что-то не получается. Игорь, а я тебя честно спрошу, ты же понимаешь, что твоя собака, она с тобой общается? Ты же понимаешь? Она общается со мной. Я вот тебе скажу за свою собаку.
Значит, моя собака, если я ей уделяю слишком много внимания и так далее, она впадает в такую бесконтрольную, постоянно требует, постоянно, она зверь. В ней нет интеллекта абсолютно. Вот в моей собаке нет интеллекта абсолютно. У нее ее можно дрессировать. Ее можно подрессировать. Она испытывает страх, она вырабатывает привычки. Но чтобы она со мной общалась, нету такого. Я не наблюдаю в ней никакого сознания. Душа есть. Тебе не повезло, Игорь, тебе не повезло. Душа есть, а вот сознание, она не осознает даже, что она собака. Она не осознает. Она просто живет от обстановки. От обстановки, понимаешь? Обстановка такая, такая. И ее можно приучить. Ну, в общем, от обстановки она отталкивается. Не от внутреннего своего состояния, а вот внешних факторов. Ей комфортно, некомфортно. И общение кажется, что какое-то общение есть. Но на самом деле это не общение. Но у нее есть привязанность. Вот это да. Какая-то подобие любви. Подобие любви. Собаку забросили, не царство Божие не наследует. Ну их нафиг. Давай. А вот овцы. Овцы слышат голос пастыря и идут за ним. Это тоже привычка. Это тоже выработанная его вера. А там два будет пастыря. Два. Он отличает голос одного от другого. И не пойдет за другим. Овцы различают. Послушай, овечка родилась в стаде. Она с самого рождения слышит голос пастыря. Вот она к нему привыкает. Не потому. Поменяй пастыря, поменяй голос с самого рождения. Она за другим пастырем пойдет. Слушай, я пас коров чужих стадов в детстве. И у меня была палка. И там череда по очереди пасли. И знаешь, ты ей скажешь, она понимает. Они понимают соседа, они понимают другого человека. Они их понимают, различают людей, между людьми различают. Этого они подойдут, а этого боятся. У них память хорошая, они запоминают. Ты что, ты слушай, вот дельфины, они очень развиты, это самые развитые. Они поддаются таким тренировкам, которые другие животные не поддаются. То есть запоминает. Что такое разум? У них же, у нас разум, так представь себе, наш разум и разум животных. Так вот, как память работает, вот это вот интересно. Отлаживать файлы. Сколько памяти. И вот дельфины, у них оказывается больше мозг, они могут больше запомнить. А вот некоторые животные, сколько ты его не тренируй, он не вместит в себя больше, чем, ну вот есть, конечно, более умные между животными. Но он не, вот, например, ну не научишь ты собаку тем вещей, которые ты научишь человека. Не сможешь. Она просто не вместит. А кота вообще не сможешь, кот вообще сам по себе ходит. Да, она не вместит, просто не вместит, и кот не вместит. Не, ну, друзья, я вам свидетельствую такой момент быстренько, быстренько. Смотрите, у меня собаки были, ну, папа любил собак, я их не очень, собаки были. У нас была овчарка, и когда у меня с ней отношения, если я прихожу, настроения у меня нету, она со мной не будет сообщаться. Подошла, глянула в глаза, я говорю, давай, дергай. Она пошла, смотрит, я прихожу нормальный, она глянула, подходит, все, мы с ней обнимаемся, она мне даже жалуется, я говорю, что тут дома, она раз то поскуливает, то еще что-то, то гавкает, я смотрю, что-то хочет сказать, не пойму что, но когда у меня появилась, ну, гражданочка, она ревновала, так, она насала ей в туфли первый день. Абсолютно сразу. Во, видишь. Да, она вытащила, она ее подушку разорвала. Так все, я подробности смотрю... о гражданке не будем, слушай. Да, не будем. Ты же не спал со своей собакой, я надеюсь, чтобы ты, он так себе сильно ревновала. Вот. Слушай, я об другом еще. Помнишь, Бог пророка говорит, что ты вы как кони, которых надо бить, чтобы узду вставлять, чтобы вами управлять. Вот люди уподобляются коням необузданным. Чего тебя бить? Почему ты не слышишь, что я говорю? Вот мы, вот как животные, вот неверующие люди, и верующие тоже будут как животные. Бог говорит, а они только, знаешь, как это, Бог сказал, это сын мой возлюбленный, а половина людей гром, это гром, для них это гром. Они животные, понимаешь?
И вот это вырасти на какой-то уровень, чтобы слышать Бога, это надо. Потому что Бог говорит, вот к собаке говоришь, она что-то понимает, ну, интуицией. Ты там, и она, там какие-то знаками. И вы общаетесь знаками. И такие люди с Богом знаками общаются. О, шерсть расстелил, там что, то все. И такими вот на этих. А Бог говорит, слушай, как-то надо научиться нам слушать. Мы как животные по отношению к Богу. Почему не слышим Бога? Ну, животные есть животные. Ну, что там говорить? Конечно, у них есть душа. Вот это вот важно. А как, если бы они были бездушны, то вообще? Вот ты представляешь картину. Собралось 10 собак. Одна воет, но что-то не помогает. Потом 10 собралось и воет. И человек такой выходит, что вы там воете на меня под окном? Что вы хотите? И все такие поддерживают. И вот, знаешь, и такие люди бывают, молятся. Вот так один молится, потом собрались, нет, что-то Бог не отвечает. Ну, фиг с ним. И вот просто они не слышат. И потом собрались 10 собак, и они так хором воют, и Бог такой приходит, что вы хотите, раз, нате костку, идите отсюда. Это, а по неотступности, когда много верующих молится. Но я немножко богохульствую, но часто похоже. Почему мы не слышим, мы вот воем, пока не получим свое. Мы не слышим, что он нам говорит. Вот в чем проблема, ты понимаешь? Почему так бывает? Тишина. Понимаю. Нормально вроде бы все. Не, ну почему у нас нету нормального общения? Вот мы сейчас пытаемся друг друга понять, да? Пойти, смотрим друг на друга. Должны ощутить друг друга, да? Вот мы чувствуем друг друга, да? Угу. Когда мы общаемся, мы начинаем чувствовать друг друга. Вот эмоции, какое-то вот это духовное расположение чувствуем. А кому-то мне вот человек, бывают люди, которые мне отвратительны. Ну просто иди отсюда, как какая-то паршивая, какая-то, ну, плешивая кошка какая-то такая, вонючая. Да? Иди отсюда, что он? Ну, есть люди, вот для меня такой. А есть людям приятно, нас объединяет какой-то дух общий. Вот этот дух... Ну это, вот, дух. Да, Вокса, но есть люди, понимаешь, они что-то хотят, не любви хотят, а хотят что-то выкружить для себя. Ну, как собака, выслужить косточку, или, она очень не общается. Нет, или что-нибудь материального, если это возможно, или какой-то славы, или какой-то власти. И, естественно, например, если ты это чувствуешь, что кто-то хочет тебя использовать, или хочет тебя как мусор вымести откуда-то, я не знаю, в общем, то ты же не и противишься этому, а как да. Вот развивать эти чувства, потому что они как бы безосновательны. У меня нет этих улик, у меня не за что зацепиться, а чувствования есть. Вот этот киебист, вот это Игорь Бодин, он реальный солдат своей армии, прошел опыты на этих людях, которые у него наблюдательная палата, он разбирается в этих одержимых. Наверное, там были, которые косили, да, правильно? Были такие нормальные, но они косили. Конечно. Как ты их определял? Они определяются сразу. Там есть, смотри, знаешь, как систематического симулянта признают? Там есть провокация, есть такая книга, Ламбразо называется. По ней ставят диагнозы. Вот наша Богданова знает. По этой книге ставят диагнозы. Там, если, допустим, у тебя шубообразная шизофрения по диагнозу, ну, по всем вот этим пунктам, но ты спишь не в позе зародыша, а с вытянутыми ногами, тебе ставят систематический симулянт. Все. Ты во сне-то себя не контролируешь. Если ты вытянул во сне ноги, просто протянул, врач прошел, посмотрел и пишет тебе СС. Систематический симулянт по диагнозу. Все. То есть... О, а еще у меня тема уже животных закончили. Давай сновидений. Про сновидения поговорим. Да я сейчас буду детей укладывать, поэтому я вас покину. Это про сновидения. Ты же их напульсуешь, наставляешь, чтобы они видели сны хорошие или нет? Помыть надо еще эти сны. Не, ну ты, я не, ну, ты его, говоришь, но человек хочет идти. Что ты его да подожди 5 секунд. Ну, вот да, ты же наставляешь, что ты идешь ребенок спать. Возможно, тебе может что-то присниться. Или ты так никогда не наставлял?
Я у них спрашиваю, а что тебе снилось? Иногда говорю, я сегодня к тебе приду, говорю, я на коне к тебе приеду на белом, а ты меня встречай, я тебе подарки привезу. И утром говорю, ну что, я тебе приезжал, она говорит, нет, обманул. Я говорю, а что там у тебя там было? Ничего не было, они не помнят. Они не помнят, да? Ну, слава богу. Или придумывают. Они, они тебя ждут, а ты нахал взял и обманул. Тебе надо было приехать. Да, да, я не смог. Да, ты не смог. Да. Ну, а так они очень потешные ребята. И, кстати, знаешь, они все сны придумывают, заразы. Я говорю, что тебе снилось? Что ты мне конфеты купил, снилось? Думаю, глянь. Ну, вот он. Я говорю, ну, я понял, да, я понял. Хорошо. Вот, ладно, пойду их укладывать, а потом... Давай, давай, Игорь. Заходи, будет время. Вот так, понял, Игорь? Есть симулянт, надо книжку прийти. Тут до хрена таких пророков приходит. Ему надо положить спать, и у него ноги продвинутся. И все, я за ноги и выкинул нафиг, понял? Много симулянтов, а их воспринимают за чистую монету. Он такой, а стоит ему дать мясо погрызть и спать положить. Все. И он себя не контролирует. Прикинь. Только желательно ложиться спать не в одном доме со своей женой. А то они сильно святые, живут без жен, типа, такие высвященные. Но ночью у него может быть лунатизм, скажет, я не контролирую себя. А так, это Дух Святой меня повел. И все. Люди жалуются в комментариях, что я приглашаю в эфир одного еретика за другим. А я нормально, меня любят там люди, меня покажите, поставьте лайк, напишите про Воксу, я нормальный тип. Я не вижу комментариев, что там, нормально все? Про тебя еще никто ничего не пишет. Боятся, наверное, да? То приду во сне к вам, смотрите, приду во сне к вам, не на коне. Никто меня не ждет во сне. Понимаешь, как получается? Люди, проповедующие истину, сидят в комментариях, а в эфир приходят одни еретики. Да ты что? Я истину проповедую. И они говорят, да. О чем мы? Ну, мы в комментариях, а вы что, обязательно выходить в эфир? Мы посидим в комментариях. Надо попросить, надо. Ну, Игорь, слезь своего коня вот этого белого. Попроси, скажи, пожалуйста, заходите, чай, кофе, капучино, мы вас приветствуем. Ну, слушай, а ты что ты так? Ходите ко мне на гору. Ну, тяни за уши, там кнопка такая, пригласи друзей. И за уши притаскивай, за ноздри. Опа, два пальца, и за ноздри сюда в эфир вытаскивай. Например, кого? Кого там, Щербакова вот эту вот. Кого хочешь, там тебя есть такая, пригласить. Чик, нажимаешь кнопку, и все, ему приходит запрос. Щербак не заходит в эфир, и она не зайдет. А, это же у нас Zoom сейчас, это Zoom, да. Тут так нельзя. Нет, Лиля Сидорова зайдет, но она все правильно говорит, ей сказать нечего. Да. Когда человек все правильно, когда человек говорит истину, ему сказать нечего. А говорят только еретики. А те, кто знает истину, им сказать нечего. А, да. Вот так. Ну, такая странная истина. Да, а вот я бы вот, сейчас ослом поговорил. Да. Слушай, вот осел может говорить. Но они приходят, но зато они приходят, ругают эфиры, что всякая ересь в эфирах допускается. И так дальше, и тому подобное. А они, зная истину, им нечего сказать, в принципе. Хорошо, что... напишите жалобу администратору канала, он рассмотрит и будет все известно. Так что напишите жалобы, там, подписывайтесь, вам ответят обязательно. Вот если вы так, ну, правильно. Желательно на купюрах 100 долларов и 100 евро. Вот жалоба написана на купюре 100 евро, рассматривается почти мгновенно, ребят, когда она приходит. Желательно карандашом, чтобы можно было стереть. Карандашом пишите на вот этих купюрах, и ваши ответы будут мгновенно рассмотрены. Дойдут до адресата.
О, подожди, Катя заинтересовалась, спрашивает, что мне делать в ваших эфирах. Катя, я тебе скажу, если ты можешь зайти в эфир, зайди, я Воксу отсюда вытурю, чтобы он не пудрил тебе, чтобы он не пудрил тебе, не мешал разговору. А я хочу на вас не рассказывать. Вокса, тихо. И расскажешь, Катя, расскажешь, каким образом у тебя получилось, что дух пошел к Богу, а душа осталась возле тела. Вот ты мне объясни, из какого, из каких мест Писания ты это взяла? Какого такого? Ко мне пришел домовой. Слушай, тот мужик, который у тебя живет, он очень подозрителен. Да, и... он только что ко мне пришел. Он мне принес мороженое. Ой, слушай, а что ты к Воксе все время ходишь? А у него жены нету, жена в Франции. А, Вокса. Он к тебе придет на белом коне. Хочешь, он к тебе придет, я пошлю к тебе. А он ко мне не придет никогда. Он может мороженое, смотри. Мороженое. О, Валера подключился. Отлично. Видишь, как получается. Валера, теперь тебе надо на Wi-Fi нажать. Сейчас я напишу. О, а что это за Валера? Глянь какой. Я такого Валера не это знаю. Это Валера Бондарь, с которым ты вчера немножко общался. Вот этот, который про этих? Он женщин не любишь? Да при чем тут женщины? Ну, рептилоиды там, я помню, чуть-чуть. Ладно, Валер, я молчу. Толкни речь. Ты же пришел с большим посланием. Мы внимательно тебя слушаем. Я пока мороженка съем. Сейчас. Валера, ты меня слышишь? Кивни головой. Если ты меня слышишь, головой кивни. В прямом эфире ем мороженое. Что так, Валера, тебя не слышно. Тихо, я ему пишу, что он должен на надпись Wi-Fi нажать, чтобы звук включить. Угу. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Он, наверное, не поймет, куда надо включать. Там наушники, Wi-Fi. Если уже пропустил Wi-Fi, нажимай на наушники. А ну напишите ему в комментах или как. Блин, как же ему... Даже стол умеет говорить, а люди не умеют. Ну что такое? Какое-то безобразие. Не подумайте плохо, но... Вот так в Библии написано. Что написано? О, что это было? Камеру выключил. Нашел, как выключить камеру. Методом втыка. Тык-тык на кнопки и как раз попадешь. Я рекламную паузу. Ребята, новенькие, старенькие, я решил сделать акцию. Вы можете мне приглашать в свои настоящие церкви. Включите, выведите на экран онлайн. И я 10-15 минут вас в Америке
в России, в Месопотамии, Франции, Англии. Буду проповедовать сколько слова. Так что пишите мне в личку. В церкви ставьте проектор, у вас это все есть, там телевизоры. И приглашайте, я вас посещу. Ну, первые два раза бесплатно, конечно. А если понравится? Если нет, то буду выставлять карточки. Желательно на пятый раз. Хотел бы к вам приехать лично. Вот, с женой. С женой лично. На недельку. И составить график. Соседние страны, соседние церкви. Посетить, объехать весь мир. И так, таким образом хочу. А вам будет польза и мне хорошо. Так что вот такая вот. Пользуясь добротой Игоря Куса. Без спроса. Нагло. Вот, толкаю свою рекламу Вокса, Вокса, Буэрка, Украина. Вот, приглашайте меня. И я к вам сначала онлайн, да, сначала духом, а потом и... Приглашайте. Классно. Ты взял эту тарелку, да? К сожалению, Валера Бондар никак... Там надо зайти, чтобы включить микрофон, надо жать не на сам микрофон, а на надпись Wi-Fi. Понимаешь, вот это вот люди этот нюанс не понимают, и поэтому не могут включить микрофон. Ну что? Вот. Сейчас, Валера, а ну говори. Подключение звука. Ну, только что ж было. Ну, Валера, давай, давай. Давай, еще чуть-чуть, давай, давай вместе. Ну? Сейчас получится. Подключение звука написано. Валера, Wi-Fi. Ну, надо человеку научиться зайти... Чтобы в следующий... О, отлично, Валера, есть. Все, да, камеру да, есть. А теперь осталось только камеру, видео включить. Видеокамеру. Ты видишь, сработало. Языки работают. Вы видишь, меня помогите. Видите? Да, видим и слышим, Валера. А, видите, да, хорошо. А то пока, короче, разобрался тут со всеми приколами. Все, ты на Wi-Fi нажал на надпись, да? Да, нажал. Сейчас пойду телефон ставить на зарядку. Вы пока общайтесь, я вас послушаю, да. Заодно. Похоже на монаха. Пока разобрался. Слушай, вот как вот Бодин говорил, этот Валера похож на монаха. У него вот это в келье, вот эта шапочка, прикрытие головы. Ты ж только... Сейчас он поставит на зарядку телефон и расскажет нам, почему от ангелов невозможны были дети. А как он пойдет? Сейчас он вышел, смотри, уже завис. Он сейчас выйдет... С интернета, все, попадет да в подвале. Нет, там. У него есть там Wi-Fi. У него есть там. Да? У тебя в тюрьме есть Wi-Fi? В какой тюрьме? Он в Буче дома строит. Это вагончик, в котором... Это своя, в тюрьме у него так будет. Своего рода тюрьма, да. А это строитель он. Да нет, это тюрьма. Я не строитель, я чекаю. Я вообще-то не строитель, конечно. Я столяр. Я тут делаю деревянные всякие штучки. О. Столы там, короче. Столяр – это очень-очень ценная профессия. Очень ценная. А где, ты, где ты живешь без жены? А где жена твоя? Так он, ну, не, он не женат вроде бы. Так бросай эту нафиг работу, кому она нужна. Так и останешься с этими рубанками и топорами вот это жить. Состругай Буратино, и будешь как папа Карло, сделаешь Буратино и будешь с ним жить. Подожди, Вокса, подожди, ты не наезжай. Ты не спросил человека смысл его жизни.
Ради чего? Да ладно, это первое, это необходимое. Что ты навязываешь ему сразу, что ты не женатый, что ты не женатый. А он скажет, слушай, а что я вообще с тобой должен разговаривать? Женщина, это источник греха. Не, ну нормальный вопрос, но почему? Ну тогда он просто напирает на тебя, Валера. А он же не знает, что у тебя, например, может какой-то смысл веры такой, что ты не жениться и не собираешься, понимаешь? Собирается. Собирается? Я вижу. Собирается. Откуда ты видишь? Блин. Сейчас телефон снять, ладно. Вот сразу. Нормально тебя слышно и видно, Валера. Да нет, тут дело не в том, тут проблема некоторая. Зарядка, не могу. А, зарядка кончается, ну это да, это бывает. Блин, это... Все, Валера, тебе надо будет выделить 1000-1500 гривен на пауэрбанк. Придется покупать пауэрбанк. Все, куда девается? А жена требует денег. Вовсе некоторые мужчины оскопили себя для Господа и не хотят жениться. Ты что, не знаешь такое? Они не нашли в женщинах эту заветную дверку. Они стучали не туда и получили... Нет, они посвятили себя Богу. Они не разобрались в женщинах, поэтому они себя оскопили. Алло, что-то все зависли у меня, глянь. Игорь, ты это, говоришь? А, молодец, а ты сейчас перепугался уже. Валера завис. А то, и ты так такой сидишь и это, не шатаешься. Так потому что же, если Валера не начнет двигаться, то мы будем заканчивать эфир. Ну ты представляешь, так прожить всю жизнь, а потом на старости вылепить себе буратину. Это же не жизнь. Ну. Даже и Бог себе человека с глины сделал. Понимаешь, он, наверное, тоже какой-то был гончар. Вот Бог, ему скучно было, ну сам и взял себе, вылепил из глины человека. А так человек может себе буратино вылепить, и все. Понимаешь, какое бы одиночество у Бога, что у него такая тоска напала, что он просто из этого куска глины сделал человека, меня, чтобы потом меня увидеть и кайфовать от меня. Понимаешь, я чувствую, что я его веселю. Ну, такой, шут придворный. Вокса, ну ты что, не знаешь, что некоторые решили посвятить свою жизнь служении Богу и отказались от создания семьи. Ты что? А Бог в этом курсе, что это они да, это делают? Да, Бог в курсе этого. В курсе? Это он попросил их? Нет, это не он попросил. Но я думаю, вот это из отношений. Вот, например, Павел, да? Он сознательно не создавал себе семьи, это чтобы не возить... Это чтобы не обвинять женщину. Он же туда-сюда чтобы... ходил, он понимал, что женщине будет тяжело. Чтобы, вот да, чтобы не возить с собой семью, детей. Да, не... это ради женщины, понимаешь? Чтобы женщина не страдала, да. А не ради Бога. Семья, это обременение, это им страдать будет. А зачем? Ну вот и другие так, наверное, тоже. Ну, он просто не понимал, что можно с женщиной ходить. Так найди такую самую и ездить на осле с женщиной. Я не думаю, что Павел был глупее тебя. Ну, что ты, Вовс? Ну, не глупее. Ладно, уже он умер, уже его там, уже ничего не справишь. Все. Он же все свои книги написал, послания написал, он уже больше ничего не напишет. А так бы где-нибудь... А извините, я вот все-таки... Вот теперь-то с этой высоты, до чего я достиг, я бы вам сказал, вот... Все-таки женитесь, потому что... Ну, это уже, знаешь, неизвестно. Ага. Потом такие часы будут, что уже не будет коли жениться. Да, он говорит, мой домовой говорит, такие часы будут, что не будет коли жениться, как захочешь. Понимаешь? Пользуйтесь благодатью, живите, наслаждайтесь жизнью. Я всех благословляю иметь хорошую семью, детей, радоваться от общения. Это общение, понимаешь? Это воплощение любви, воплощенная любовь, а не какая-то потом. Вот сейчас и потом, знаешь, Царство Божие, и сейчас, и потом. На земле, как и на небе. Вот, а если тут на земле ты не смог, как на небе, то
то ты сразу на небо ничего не поймешь. Ничего не поймешь. Тебе надо, чтобы было на земле, как и на небе. Ну, в общем, Воксик, есть люди, посвященные Богу, они не хотят заводить семью, потому что это определенные трудности, неудобства, и не гарантирует, что он своей смертью умрет, могут и убить за Христа. Поэтому не надо их осуждать. А тут я смотрю, что там... Пригласи такого в эфир, я бы хотел такого увидеть хоть одного. Хотя один раз увидеть такого человека, я уже ничего не встречал, ни одного. Об них говорят, об них написано. А где они? Покажи. Зайдите сюда в эфир, скажите. А, это типа Игорь Иванов, он заявляет о себе. Но я подозреваю, что он что-то брешет. Реально, он брешет, и я не верю ему. Не знаю. Ну, Игорь Иванов, да, такое говорил. Но он брешет. Это не тот тип. Или я не верю просто. Я предвзято ко всем таким людям, наверное. Я не верю, что человек, он домовой мне говорит. Ну, может и встретится в нашей группе такой человек, он объяснит, он ему будет уже не 20 лет. Женщины, потому что, знаешь, в 20 лет это заявлять, это, конечно... А вот, Вот я знаю женщину, которая... Ей уже около 50, она так ни разу замужем не была. Она до сих пор девочка. Вот. Кто кому такая надо? Я бы, она не против выехать за границу, иметь такого мужа. Уже не против, и я знаю. И кому надо такая женщина, еще не целованная, верующая? Ну, желательно ее забрать где-нибудь, да, в Францию, Италию. А как получилось, что ей 50 лет, она... не замужем и вообще как 50 лет. Где? Ну, где с ней бы надо поговорить. С ней бы надо было поговорить. Я уже у нее шизофрения, да? У нее шизофрения. Не, нормальная. Она нормальная, 50 лет. Ни семьи, ничего, нормальная. Это нормально вообще? Нормальная, да. Она с детства верующая? Она что, с детства верующая? Не, не с детства. А с какого пора, с каких пор она верующая, в общем? Вот с тех пор, как со мной познакомилась. Это неделю назад? Это было еще, ого, это было лет 30 назад. Так а почему она себе мужчину не нашла? По какой причине? Не нашла, потому что не встретила? Были женихи, были, то, что я даже одного видел. Одного даже видел, но женихи были, но почему-то... Вот у нее, я вот ее это хочу спросить, почему? Я говорю, ну что такое? Почему? Что это такое? Ну, что ты, большая служительница там какая-то? Ну да, она служит. Или что-то. Ну, она когда служила, видела, видно, эти раздолбанные семьи, понимаешь, в селе там. Она видела вот это семейная жизнь, эти дети, вот это неурядицы. Наверное, она насмотрелась негатива, знаешь. И Бог не так быстро все исправляет, к сожалению. Да. И она, наверное, вот эта вот такая служительница, которую она действительно видела, и брать на себя кого-то воспитывать. Я понимаю, люди должны жениться зрелые, не больные, недоделанных не надо. Совершенно люди как бы независимые у Бога и в жизни. И когда ты вот так любишь, это хорошо, а когда ты просто кого-то всю жизнь спасаешь, это какая-то дурня, реально дурня. А может, это просто эгоизм такой? Ну, как бы за себя переживает. Ой, я не потяну, ой, я не буду, ой, а что я должна кого-то там обходить? Ой, за тебя не лихи. Ну, согласен. У нее такое, знаешь, когда там храпишь, мы там гуляем еще, мы в гостях были, ты еще не спишь, а она любит рано ложиться. Я говорю, ну, блин, а я люблю 3 часа ночи ложиться. И она где-то тоже видит вот эти картины, как надо с кем-то жить, сосуществовать. Ну, конечно, всегда надо существовать. Но когда ты понимаешь, ради чего, то это приятно. А если ты не видишь, ради чего существовать, ну, как она говорит, ради... Ну, как этого? Ладно, не буду. Пошли. Что такое? Что? Ну, говорит, ради одной колбаски держать целую свинью не стоит, понимаешь?
Ну, так бывает. Ну, вот это, я думаю, что вот это, наверное, самое основное. Страх от эгоизма. Нет, а есть еще. Женщины любят быть завоеванными. Ты пришел, увидел, победил. Тебе она понравилась, ты ее взял, ты ее окружил, ты ее вдохновил, ты ее поднял, ты ее дары дал. Понимаешь, дары, подарок, щедрый. Ты ей вот открыл глаза, то, что она никогда не делала, ну не видела. И ты ее вот это, она это увидит. Не нашлось просто такого мужика. Люди приходят, а что я буду с этого иметь? А что-то дать женщине? Нифига. И потом ничего не получается. А надо давать. Ты пришел, вот у меня избыток. Избыток гормонов, да? У меня избыток там еще каких-то выделений. Избыток того, у меня какие-то есть деньги. И это все вместе берешь и приходишь и говоришь, вау, вот смотри, фонтан. Понимаешь? Радость поднимаешь. И она смотрит и откликается. Ну, 50% женщины-самки. И им надо не просто самец, а гнездо. Сможешь ли он сделать гнездо для потомства? Способен ли он на жертву? Способен ли он обеспечить вот это детей будущих? Не себя, а детей будущих. А если он тебя одну не может обеспечить, то о каких детях может быть речь? Когда она будет беременная, когда она будет с детьми сидеть? Она понимает, это интуиция, это как самка, она знает. И если он не способен ничего обеспечить, она думает, нафига мне этот мудила надо, понимаешь? Ну, понятно. Ну, это я духовным каноническим языком объяснил, да, думаю, нормально, да? Ну, ты знаешь, это мы с тобой размышляем про женщин, про сестер. Но я думаю, сестры, они могли бы лучше рассказать, по каким причинам они вышли замуж, по каким причинам они не торопились выходить замуж, а некоторые по каким причинам вышли поздно замуж. Или рано. Ну, сестры, они бы, знаете, рассказали всякие интересные нюансы. А мы, гнездо. Вон Лену Богданову интересовало не гнездо, а она из того человека, который ищет Бога, интересуется познанием Божьим. И не встречала таких, понимаешь, не встречала людей, кому Бог интересен. Не нашла таких. Пришлось замуж идти. Ну, в общем, понимаешь, причины разные, поэтому вот это твое гнездо, что ты там создатель гнезд, знаешь, некоторые несколько гнезд создавали, и птенцов в каждом гнезде, я тебе говорю, а он орел такой летает, гнезда вьет. Ну ладно. Плодитесь и размножайтесь. Это как вот Бодин говорит, когда люди умножались, они вот так, наверное, летали. Одна, два, три жены, и они не просто жили, они умножались. Ну, на 10 женщин. Ты там посеял, и только коси, понимаешь, только косишь. И там уже, понимаешь, и даже нет свободных. А когда уже появилось свободное, тогда уже эти сыны человеческие, эти божьи, заинтересовались. Вот. А те все занятые были, только-только уже тебе на очередь стоит. И они умножаются и умножаются, исполняют заповедь, плодиться, размножаться. Любым способом, реально любым. И сосед, наверное, там помогал. Понимаешь? Безобразие было. Ну, это такая тема. Ну, что ты? Ты хочешь узнать, по каким причинам сестры повыходили замуж? А почему существуют 40-летние, 50-летние женщины, которые вообще... Замужем не было. Вот я так узнаю, а от мужиков я не знаю. Ну, знаю некоторых там, которые редко... Ну, если сестры знают. Захотят организовать эфир, то пускай организуют. Я не буду... А то опять сказать, Куц все время зовет в эфир, и все время зовет в эфир, задолбал уже. Я тебе анекдот расскажу. Немножко пошлый по поводу, может просто неправдивый эфир получится. Когда мужчины собираются, они хвалятся своим количеством женщин, которых не было. А женщина говорит, ты у меня единственный. И все. Сколько бы там ни было, все равно женщина скажет, тебе единственный. И все. Это так что неизвестно, что как будет. Да не, ну врет же, понятно. Да. Да не, ну вряд ли. Что так Бог примитивный мир сотворил? Что примитивный мир? Что примитивно? Ну так, примитивно все. По-простому. А как? Ну, да,
Ну, я не знаю, как. Я думаю, это нормально. Меня устраивает. Меня очень устраивает этот мир. Но хотелось бы еще какую-то изюминку такой, знаешь, вот перемещаться со скоростью мысли, ну, летать, левитировать, общаться без интернета. Это же костыли. У нас интернет – это костыли. А можно же духом. Знаешь, Павел говорит, я вас, не будучи телом, духом присутствую. Он как-то выходил из тела, и там приходил на собрание, видит такой бардак, и пишет им письмо, потому что я еще не учился духом озвучивать звук. Он духом раз, смотрит, ходит духом среди людей, слушает это все, видит, ну, как призрак, знаешь, а еще не научился. И вот поэтому пишет письма коринфянам, говорит, что вы тут творите? Я вас тут, не будучи телом, все это вижу, уже давно все решил. Это вот туда, это вот сюда, это и вот так порешил, вот написал вам. Я уже у вас тут был, ребята, я у вас был. Я уже здесь есть. Понимаешь, он духом мог перемещаться. А может, он листа получил, просто это самое. Ты понимаешь? Там не говорится за перемещение духом. Ну что ты возьмешь? Не будучи телом, а как-то, посмотри, там хитро присутствуя, написано. Присутствуя у вас с духом. Я уже как бы присутствуя у вас духом, уже решил. Он говорит, как бы присутствуя. Нет, надо там посмотреть этот перевод. Там он решил, не потому что надо кто-то. Посмотрите, напишите сюда в комментариях, я не вижу. Там очень, там реально чудеса. Ты понимаешь, Ветхий Завет, Ветхий пророки. Подожди, молчи, домовой. Это, нет, тихо. У меня этот, как Ветхий Завет, помнишь, цари там замышляют коварные планы, а этот пророк рассказывает царю. И они говорят, есть у этого царя израильского пророк, все, что мы тут говорим, он слышит и передает царю своему. И наши планы все, вот. И понимаешь, я понимаю, что как тот пророк, который видел колесницы небесные, мог туда это видеть, а как те пророки, которые ходили на совещание к Богу. Помнишь, там совет был пророков на небесах, совет, он совещались. Так и этот пророк мог духом раз, занырнул в эту келью, в эти царские палаты, а там совещание. Ага, понятно, ну как призрак. Прилетел, все списал, все сфотографировал у него, там дын-дын-дын-дын. Понятно, кому-то щелбан дал, тут перепугался, инфаркт, и улетел. Понимаешь? И назад вернулся. Это естественные вещи. Нас это говорит, нет. Такое христианство, обокрали христианство с этими чудесами, с этими сверхъестественными вещами. Понимаешь? И мы такие ходим с книжкой и бьем книжкой по голове. Бах, бах. А надо, чтобы дух, понимаешь, мы дух. И происходят вещи. Ты понимаешь? Понимаешь, и ты внутренне, у тебя такая гуп, радость подошла. Понимаешь, и ты так сидишь такой, надо добавить. Сегодня был разговор один в одной группе у Валюши, по-моему, да, Валюши. И там такое было слово, вот как не творятся чудеса. А я говорю, творят чудеса пьяные люди, исполненные Святого Духа. Говорит, они напили сладкого вина. Когда ты напьешься сладкого вина, тогда ты будешь, вот этого, имея Духа Святого, исполнишься, преисполнишься, тогда ты будешь чудеса творить. А пока ты трезвый, пока ты такой умный, у тебя Библия в голове и снаружи, картонная коробка в голове, вот эта книжка, и ты по букве все живешь, тебя кроме фантиков ничего не получится, пустых фантиков. Ты будешь красиво их надувать, красивые речи говорить, такие пустые. Так наговорил, а тебе ничего не будет, потому что не исполненный духа. А только пьяные люди, он пошел, он даже не думает, он идет пьяный, а тень его исцеляет, болит. Он еще вообще пьяный в духе. А, помнишь, как Петро? Петро, он сидит там в духе, но проголодался, пришел без ступления, и голодный, и думает, мне бы скатерть самобранку, чтобы я не ходил на работу. Понимаешь, я голодный, я проголодался. И тут ему раз с неба скатерть самобранка. Но там всякие гады. Понимаешь, креветки там, ужики. Какая-то такая фигня. А он такой, нет, ну нету скатерть самобранку. Он говорит, нет, вот это ешь. А говорит, как? Ну, сейчас за тобой придут и тебя этим накормят. Говорит, а я в жизни не ел. Ну, ты ж только что хотел кушать. И теперь вот это ешь. И у него открылась скатерть самобранка. Он просто был в духе. Голодный в духе человек. Его накормят, за ним придут. Там будут исполнены все в том доме. Духом Святым покаются. Ты понимаешь, что происходит? А не вот эти библейские
мудаки, которые вот это богословы, Библию начитался, у него там вот эти закладки выпадают, блин, с ушей торчат закладки, ты понимаешь? В глазах закладки, он тебе закладки позакладывал, и проповедь по закладкам читает. Как дурня. А когда пьяный пришел, говорит, что это, перевернул столы, шапка сошла, завеса разорвалась, ребята, вы свободны, Дух Святой. Все, пошли вон нафиг вот, эти ваши священники, больше вы не нужны. Что-то. Обманщики. Ну, значит, Воксы, пьем, напиваемся, и пускай этот, все это выглядит странно, но зато оно действенно. Да, да, а какая разница, даже пьяного моря по колено, вот эти вот нормы, а можно ли ходить по воде? А ты утонешь, а начал физику включать, физику. Ванна, Архимед, начал двигать. Это, не, не получится. А пьяный, я иду, бам-бам-бам, пошел. А все-таки, а что? А можно было так? Ну, ты трезвый, тебе нельзя. Все. Правильно? Хорошо, братья и сестры, убивайтесь Духом Святым. Да, еще я повторю рекламу, подожди, рекламу. Кто там не понял, приглашайте меня в Дух. И виртуально в ваши настоящие церкви включайте на большом экране, приглашайте реально. Первые две проповеди бесплатно, а потом, извините, я кушать тоже хочу, могу войти в выступление, а когда я войду в выступление, я не знаю, что со мной будет. Так что это, смотрите. Все, братья и сестры, давайте до завтра. Ну, я не знаю, что будет завтра, но завтра будет вроде бы, правильно, Вокс? Ну, да, конечно. Ну, все. Отмечайте субботу. Это даже не завтра. Это суббота. Войдите в покой реально хотя бы один день. Вот почувствуй. Ну, люди приходят вот после рабочих дней и напиваются в этом мире. Они что-то, у них тоже что-то работают. Они понимают, что есть другой мир. Как-то надо туда хоть через окно залезть. А ты исполнишь Духа Святого. Просто... У меня был опыт один, я тебе расскажу. В Зело там были группа инвалидов, ну, дети, инвалиды. Понимаешь, кто-то не ходит, кто-то слепой. Я как-то туда меня подключился, и там была одна девушка. Она где-то с России была. И, короче, она такая, ну, как унылая. Она слепая была, понимаешь, слепая. И это, еще какой-то, ну, короче, там колясочники такое. Эта группа слушает, когда в Зело, там много людей. И я так говорю, ну, я не знаю, как тебе помочь, но я хочу. Хочу. Как бы иди за мной. Повторяй за мной. Я не знаю, что будет. И я говорю, вот я бы начал медленно молиться на языках. А ты просто повторяй мои слова, вот как слышишь, на звук. Да. Ты представляешь, там так... Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Но я немножко заклинила потом. Там было такое движение. Но я увидел, это тоже работает. Можно провести просто. Но это индивидуально, не обязательно это копировать. Это надо, чтобы человек был настроен. А, кстати, вот кто-то сейчас нас смотрит в записи. Уже совершенно сегодня не пятница вечер и не суббота, а сегодня уже какой-то вторник 2025 года. Вы нас смотрите. И это реально работает. Ты понимаешь? Это запись, смотришь, но она работает. Ты чувствуешь этот Дух Святой? Вот наперед, смотри. Ты просто исполняйся Духом. Просто берешь. А я хочу. Вот если ты видишь во мне что-то, скажи, я хочу того Духа, что на этом чудике, и себе хочу. Скажи, Бог, дай мне это. И ты получишь. Это 25-й год какой-то будет. Может, 32-й. Это будет работать. Сохраните эту запись, поделитесь с друзьями. Оно работает, Слово Божье работает. Оно сейчас записывается раньше на бумагу, а сейчас оно голосом записывается. Ты можешь меня даже видеть, мои глаза. Ты можешь... Понимаешь? Это не просто мы тут сидим и... Иоанна 3,16, 25, 99, Трифона. Трифона там еще какой-то... Ну, понимаешь? Это Дух. Дух. Ее ты можешь извлечь. Апс, как с консервы. Это консерва. 25-й год. Скажи только, я хочу этого. Я вижу это. Если ты это увидел. Если нет, иди дальше. Иди лесом, блядь. Если ты ничего не понял, лесом, пожалуйста. Я вас не осуждаю.
А если ты захочешь, ты это получишь. Куда? Все. Молитесь Духом, исполняйтесь. Не будьте человеком, у которого все по закладкам. Будьте человеком, который вводим Духом Святым. Да, да, да. Потому что действительно. Ладно, братья и сестры, давайте так. Мы с вами не прощаемся, я с вами не прощаюсь. Я говорю, до свидания, до завтра. До завтра. Всем пока, всем спокойной ночи.